Кто не снялся у Аркаши, тот в Лиманске не бывал. Это про вас говорят? А вы здесь видите другого Аркашу? Прошу, на фоне моря. А можно и море, и яхту? Конечно. Для вас можно все. Туристов сейчас мало, вы у нас на вес золота. Угу. Факт, тетя Марин. Скоро всех полицейских уберут, будут одни роботы. А у людей в головах чип. Ой, сейчас у многих уж такие чипы. В головах. Диву даешься. Не, а кем ты тогда будешь работать? Я работать? Не, я не буду. Пусть роботы работают. А я буду вон, как твоя мама, целый день в телефоне сидеть. Фу. О, как там кок? Море идет? Не идет, а стоит у плиты. Забивает там холодильник. Такси-то едет? Ларис, оторвись от экрана. У меня, может, судьба решается. Опять. Свистать всех наверх. Кто положил мясное рагу огурцы? Никто. Кроме тебя никто не смеет подходить к плите. Даже я повар по образованию. Ну, видимо, некоторые люди смеют все. Ася. Пап, Даш, ты свистнул всех наверх. Я сразу же наверх. А огурцы? Ведь с ними рагу лучше. Мне Павлик подсказал. Слезай давай. Это не я, это древние вьетнамцы. Они всегда добавляли огурцы в рагу и мед диких пчел. Иногда прямо с пчелами. Бегом за вещами. Орлинская. Едем. Куда это внутренние органы? Такси вот. Здоров! Вам помочь? Нет. Мы сами ему наказаны. Привет, Марин. Привет, Ваня. Здрасте, Николай Филиппович. Ваня, приветствую. Здрасте. Куда опять моего мужа с дочерью тащишь? Ох, мы сами пока не знаем, Дарья Михайловна. Берешь, конечно. Вы ведь вообще выходные сегодня. Лучшую бригаду потребовали. С лучшим криминалистом. Так, Марина, хватит работать по выходным. А по ночам нужно заниматься личной жизнью. Бери он пример с сестры. Ладно, мамуль, давай пока. Мы погнали. Давай, береги себя. Все. А мне как быть с личной жизнью? Забыть о ней до моего возвращения. А вы хорошие. Ну, все. Ну, давайте. Бегите, бегите. Чего у них стряслось-то? Да ясно чего. Аркашу Ряписова грохнули. Фотографа. Все ждают. Ох ты. Весь город уж гудит. Наши глухомани, если кого убьют, еще на год разговоров. Thank you.
Я же видела, как он вынырнул с ружьем, но мне и в голову не пришло. Так вот я ничего не помню. Лицо стрелка видели? Он в маске был, все закрыто. Как мужчина или женщина? Хорошо, спасибо, идите. Где наш дорогой Седов? Сам выдернул нас наш законный выходной. Олег Олегович, может, и вовсе не приедет. Он же следователь, белый человек. Тут пузатый качок или худой? Вспомнила. Вода стекала с ним ручьем. Потом он сделал несколько шагов и снова нырнул. Прям ручьем? Угу. Спасибо, можете идти. Просто так смотрим? Или, может, кто-нибудь что-нибудь видел? Граждане, отойдите, пожалуйста. Отойдите, не мешайте работать. Нельзя сюда. Ничего, что я тут немножко следователь. Олег Олегович, извините, не признал. Богатым будете. Ага. Все там будем. После зарплаты. Марин, по набережной ноль. Никто больше не видел человека в гидрике. Не выходил он на берег. Ну так а зачем ему выходить-то? Так-то незачем. Вопрос, куда он уплыл? Там же каменная гряда. Камеры ни одной вокруг. Ни одной, вон. Бокчина. Камер полно. Так то Бокчина. Этот буржуй нас на 100 метров не подпустит. Да. Я закончил. Тело можно увозить. Из интересного есть вот только это. Ключ от сейфа. Может, из-за него. Марин, а давай-ка в дом Аркаши, а? С бригадой. Смотри, что там за сейф у него. Надо посмотрим. Кому он вообще мог помешать? Вроде Аркашу все любили. Женщины особенно. Незавидуй. Интересно, у него был кто-нибудь? Да вроде и не было никого. Ну, странно, да? Никто не видел, чтобы Аркаша вам в дом водил. Они сами, небось, к нему не шли. У него же этот, Джек. Самая злющая псина в Лиманске. А я думаю, что ты такой напряженный. Собачку испугался, да? Это сатана, а не собачка. О, какие люди! Быстро опускаем пистолет. Что ты, Костик, взялся на собачку? Иди сюда, мой хороший. Что, не по понятиям лает на смотрящего лиманских рынков? Орлинская, опять твои подколы. Со школы достала. Марин, поаккуратнее, пожалуйста. Все. Ну что ты лаешь, а? Некого тебя больше защищать, нет твоего больше хозяина. Давай, дружок, надо привыкать к новой жизни. Она их вообще не боится, что ли? Она даже тебя не боится. Так, иди в дом, открывай. Да, и воды налей, бедолаги. Николай Филиппович, вы тоже в дом идите, осмотритесь. А ты, дорогой друг, Костя, рассказывай, зачем ты тут? Зашел к Аркаше друга навестить. Заодно собачку пристрелить. А то, что Ряписова убили, ты, конечно, не знал. Вот только узнал. Весь город гудит, а наши лиманские авторитеты ни сном, ни духом. Разрешение на оружие. Все, Вань. И вынь магазин из пистолета и передерни еще раз затвор, а то хвост себе стрелишь. Разберусь. На допрос я тебя вызову. Так, что-то у нас интересного? Ничего, сейфа тут нет. Здесь тоже. Хороший такой у него дом. Не зря он с братом собачился. Из-за дома как раз. А кто его брат? Степан, сварщик, ты его знаешь. Это который бухает? Бухает. Бухает ноги, он еще жену бьет. Кстати, подводной охотой увлекается. Из-за дома собачился, говоришь? Собачился. Думаешь, Степан Аркашу убил? Я думаю, зачем Косте нужно было пса убивать? Если бы он вдоль забора к дому подошел, то Джек бы ему не мешал. Вань, ты где там возишься? Фотки что ли смотришь? Ну-ка срочно во двор.
Ты откуда воду наливал? Из кувшина на кухне. Водичку на экспертизу надо. Марин, я ком с архивом забрал. Ох, и ничего себе. Так, ребят, надо бы удочку отодвинуть. Пригодился. Давай сюда. Для Лиманска многовато. Будем забирать. Зачем? Затем, что кое-кто этими деньгами очень сильно интересуется. Я Костю давно хотела на чего-нибудь поймать. Это шанс. Езжайте все в отделение, забирайте этот чудесный ящичек, а я за сумкой и по соседям. Все, давайте. С утра к соседу кто-то приходил. Орали они дурнины друг на друга. С выражением. Кто приходил, не знаете? Мы недавно сюда приехали, мало кого знаю. Мы из Москвы. А описать гостя можете? Мужик. Он широкий такой, плечи... Лицо небритое, рыжий, с короткой стрижкой. Да. Понятно. А днем? Днем вы кого-нибудь видели у Аркадия? Днем у нас не было дома. Ну ладно. Понятно. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Да, Вань. Ты знаешь, тут похоже, что 130 к Аркаше заходил один любитель. Подводной охоты. Ну да, брат Степан. Да, на разборке. Ага, слушай, вы по дороге заскочите на лодочную станцию, проверьте на месте... Его подводное ружье или нет? Ага. Все, на связи. Ух ты, надо же. Сам визирь, ни больше, ни меньше. Еще один коронованный приехал в гости к уличному фотографу. Чем же тут так для вас намазано, для монархов? Кто еще приезжал? Да так, беглец один. Из деревни Опоздалкино. И ты опоздал, весь дом опечатан, вплоть до люка и даже сейф. И деньги тоже? Деньги в первую очередь. Только это уже не деньги, это вещдоки. И они приобщены к делу об убийстве Аркадия Ряписова. Марин, это не твои деньги. Надо вернуть. Ну, я и верну. Настоящему владельцу, если он мне докажет, что они его. И объяснит их происхождение. По своему закону решила действовать. Тогда и я буду действовать по своему. Если вы, гражданин Зырянов, запугали владельцев кафе и ресторанов, думаете, полицию тоже можно? Просто переживаю за тебя, из родных твоих. Не хочется их расстраивать. Просто предупреждаю. Куда ты прешь на своей литре? Может, для кого и литра, а лично для тебя лиманский транспорт. Куда хочу, туда и езжу, когда нет пассажиров. Или тебе что-то не нравится? Едем. Все нормально? Да. Выдохни. Куда везти? Федь, ты подозрительно вовремя появился. Да просто путь сокращал. Чего визирь хотел? Тоже путь сокращал. Заблудился не по-детски. Ну, ясно. Куда везти-то? В отделение. Папу надо предупредить. Мама в отъезде уже хорошо. Я, между прочим, проезжал мимо него сегодня. Стоит, фотографирует. Девчонки в салоне говорили, да, жениться собирался. И вот тебе на. Черт, Ларк. Так, давай на Вишенку. Вези туда, знаешь, где... Да знаю, знаю, где твоя сестра. Я все про тебя знаю.
полный боекомплект. Степан, Степан, это твое? Упакуем чё. Прямо с утра. Да, ну ладно теперь. Ой, Федь, ну все, спасибо тебе. Пока. Слушай, Марин, может мне тебя подождать? Да не, не надо, езжай. Эй, где Павлик и Ася? Дома легли уже, а что? Не, уже хорошо, и тебе пора. Давай, 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 давай. Может, все-таки подождать? Федя, все, домой, спать. Ты почему телефон не брала? Опять со своим турком трепалась? Маринка, все. Я лечу к нему прямо утром. В Турцию? Ну а куда? Бихан моя судьба, ты понимаешь? Ну да, очередная. Отец Павлика – судьба. Аськин тоже – судьба. Ну а что делать, если любовь прошла? Без любви жить – это бесчинство. Да, это бесчеловечно, даже преступно. Что, завтра утром летите? Не мы, а я. В смысле я? Ты что, без детей летишь? Лар, они что, в твоей судьбе не участвуют? Ты гадости какие говоришь. Просто Биханчик пока не знает про детей. Я его подготовлю и скажу. А в чем дело? Поживу пока у родителей. В школу они сами ходят. Нет. Что? Вот что случилось? Мам, ты уезжаешь? Родные мои, а я ненадолго. Месяца на два, на три, а потом я за вами приеду. Точно приедешь? Ну, вот, смотря по вашему поведению, все, несовершеннолетние, ложитесь спать. Вам завтра в школу, зайчики. Идем спать, я посижу с вами. Ларис, а я у тебя здесь посижу, да? Тетя Марина, мы тогда после школы тебе домой идем, да? Нет, вы никуда не идете, а ждете, пока вас не заберут. Здрасте. 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 Марина Николаевна, Марина Николаевна, это вы Аркашу расследуете? Да что ты, Вета, какой расследователь? Я так на побегушках, а что? Да нет, ничего. Просто Аркаша стригся у меня иногда, чаевые хорошие оставлял. У тебя одни чаевые на уме, Вета. Слушай, Марин, ну это какой-то кошмар. Это кошмар, Марина. Ну если поймали убить, зачем ты приперла в отделение этот чертов миллион? У меня и так вся комната для вещдоков забита всяким хламом. Мать Восич, это ж вы целый начальник УВД. Ой. Для вас деньги мусор, а для кого-то не так. Ой. Кто-то этими денежками очень даже интересуется. Я что, по-вашему, должна была оставить их там? Ага, это значит, ты тех других хочешь ими спровоцировать? Смотри, гусей дразнишь. Ой. Марин, ну это шляпа твоя, конечно. Кошмар, Люденька, я поняла. Нет, кошмар, это я не про то. Хотя это тоже кошмар. Мне Аркаша ноутбук принесли. Говорят, все фотки надо проверять. Все фотки, Марин. Он же фотограф был. Это как волосы по одному причесывать. Люденька, я в курсе, что он был фотограф. Ты проверь файлы за последние 3 месяца. Ищи что-то необычное, за что могли Аркашу грохнуть. Необычное. Господи. Занято! Так, Маринка, брысь отсюда! Не топчи! Тетя Валь, ты нашла время полы намывать. Дима, а ты зачем здесь? Вот зашел. Посмотри, как ты прекрасно выглядишь. Марина, спасай, я в ловушке. Меня тут мокрым полом обложили. Ты ж смотреть на нее пришел. Вот, сиди, смотри. Я буду смотреть на нее как мужчина, а как адвокат защищать. Чьих будешь, адвокат? О, Степан Рябцева мой, ага. Вы тут его на медне задержавшие, никак не допросившие и обвинения не выдвигавшие. Так он не протрезвевший до сих пор. И как он только тебя вызвал? Он меня не вызвал, я сам пришел.
Я всегда на страже прав человека, пусть даже пьяного. К двум приходи, он как раз проспится, а я пока дома его обыщу. Пуркуа, ружье-то нашли? Не знаю, Седов обещал ордер добыть, не заходил? Пока нет. В бухгалтерии он ждет, когда пол высохнет. О, спасибо за наводочку, тетя Валя. О, Олег Олегович, человек вам. И сегодня звонит. Марин. Марин, считай, дело это закрыто. Зачем нам обыск в доме Степана? Вот. Что это? Последние звонки на телефон Аркадия. Яд подсыпали в питьевую воду. Вскрытие собаки, анализ воды показал одно и то же вещество. Аркадию звонил Степан и его жена Елена. Зачем, не ясно. Все это нам нужно выяснить, поэтому, считаю, закрывать дело еще рано. Ты хочешь найти вещество синильной группы в доме у Степана? Хорошо, конечно бы. Заодно с Еленой переговорить насчет звонков и узнать про деньги из сейфа. Знал о них Степан, не знал. И почему вокруг них идет сулейманский авторитет? Как тебе это Елена и сказала? Может, Степан расколется, когда в себя придет. У нас там уже адвокат копытом бьет. Откуда у этого волконавта адвокат? Не знаю. Слушай, надо поискать. Может, и у него сейф прикопан у дома? У него? Не удивлюсь. Слушай, допроси его без меня. А ордер на обыск я тебе сейчас организую. Держи. Возьмите сколько надо людей. Это средство для похмелки Степана. Аспирин с чем-то. Лена, это мы изымаем, не подписано. Я это тоже забираю. Да это лимонка обычная. Проверим. Кто бы мне сказал, что мою квартиру Дездемона будет обыскивать? Я тоже в театральной студии занималась. У Нины Петровны Штефан. Я тебя не помню. Так я из младшей группы. Мы для вас были козявками. Говорит, она снова Шекспир ставит «Сон в летнюю ночь» со стариками. Ага. Она меня звала, я отказалась. А, Лен, мы вчера в телефоне Аркаши нашли звонки от тебя. Ты зачем ему звонила? Предупредить? Я узнала, что Степа пошел к нему ругаться. Из-за дома, да? Он же им обоим вроде как принадлежит. Ну да. Аркаша его себе захапал. Вот мы и уютимся тут у меня столько лет. Что смотришь? Степан не мог убить. Ну, разве случайно, по пьянке, а не так? Это тоже случайно, да? Ну, по пьянке. Это вообще ни при чем. Давай. Защищай, защищай, утерпи все это. Мое дело. Ну, не буду терпеть. Без мужика-то оно что, лучше скажешь? Мам. А мою комнату что, тоже будут обыскивать? Да уж, Толя, извини. А вы, кстати, не слышали, Аркаша правда собирался жениться? Впервые об этом слышим. Ну ладно. Пап, я пойду это... Степана допрашивает, ты ребят из школы заберешь? А ты что, ключи забыла им дать? Да нет, понимаешь, я просто не хотела тебя расстраивать. У меня вчера состоялся не очень приятный разговор с визирем. Так, это из-за сейфа? Да, если бы я знала, я бы, конечно, с мамой детей в рейс отправила. Ларка еще внезапно улетела. Внезапность – это ключевое слово в жизни Ларчонка. Не переживай, я, конечно, их заберу. Ванька вас покатает? А зачем мне Ваня? Что, я своих внуков защитить не смогу? Пап, все знают, что ты ого-го, просто Ваньку нужно нагружать делом. Очередное фиаско в любви. Угу. Как по расписанию. Ну все, давай, пока. Почему нам нельзя ходить одним? Не вам, а мне нельзя ходить без вашего присмотра. Несколько дней. Дело магнитная ситуация в мире напряженная. Дедушкам вредно. Деда, серьезно? А если серьезно, то мы сейчас едем домой и посмотрим, что у нас там в холодильнике. И потом я вам все объясню. Вот и Ваня. Привет, садитесь. Привет. Пожалуйста. Оп.
Марина! Марина. Наконец-то я вас нашел. Василий. Ой, надо же. Вы давно приехали? Да вот, неделю уже. Питер осенний постырил. А вот вы, все такая же, как будто вчера расстались. Да, спасибо. Ой, мне бежать надо, а я пойду, ладно, я сама вас найду, хорошо? Все-то вы торопитесь, Марин. Все, бежите. Как вы попали на лодочную станцию, помните? Угу. Степан, вы можете не отвечать на этот вопрос. Почему это? Могу я ответить? Я… Нет, не могу. Не помню, как пришел на станцию и откуда самогон, без понятия. Когда вы пить-то начали, вы хотя-то помните? Помню. Пить я начал после армии. Вы с утра звонили Аркадию. После этого пошли к нему домой. Вы это помните? Вы можете не отвечать на этот вопрос. Почему это? Помню. Аркашка убит. Даже не верится. О чем вы говорили с ним? Мы ругались, как всегда. Из-за наследства, из-за дома. Потом пошел на работу. Потом понесся и… Не помню я. Марина Николаевна, вы что, не видите? Мой двигатель не мог в таком состоянии надеть на себе гидрокостюм, взять ружье, доплыть до набережной и прицельно выстрелить. Почему это? Я и не в таком состоянии на рыбу с ружьем ходил, иногда попадал. И Бруно кулаком тоже попадал, да? Это к делу не относится. Степан, в доме Аркадия мы обнаружили сейф с очень крупной суммой денег. Вы что, не было у Аркаши сейфа? Что ему там хранить, свои копейки, что ли? Что, у Аркаши был сейф? Я знал, что он тебе ничего не скажет. Ничего. Я завтра на него поднажму. И не такие алкаши у меня раскалывают. У вас тогда… Олег Олегович, мне нужен ордер. Необходимо попасть на яхту Бахчина. Без ордера… Куда? Ты совсем с ума сошла, Марин? У него там камеры вокруг. А Рябцева убили неподалеку. Поэтому убийца мог попасть на камеры. Орлинская. Бахчин миллионер, далеко не рублевый. Ему вон весь Лиманск в ножки кланяется. И такой ордер тебе никто не даст. Иди вон лучше дом Аркаши обыскивай. Мы вчера уже… И прекрасно, прекрасно. То было неофициально, а там изъята сумма денег. Надо все по правилам. Ну, Марин, ты вообще спала? Иди домой, завтра обыщешь. Пока. Марин. Марин, сядь в машину, а? Дим, отвяжись. У меня рабочий день окончен, Дим. Марин, ну садись. Я тебя довезу. Я хотел с тобой про Степана поговорить. Не сяду. Тебе на Степана наплевать, тебе на деньги наплевать. Начинается. Ну какие у него деньги, ну? Какие деньги? Из сейфа Аркаши. Степан получит их как наследник, как только ты докажешь, что он брата не убивал. Марин, я вообще-то иногда и бесплатно защищаю людей. Понимаешь? Мне на Степана плевать, мне на тебя не наплевать. Я же вижу, я же тебя этого Седова в суде дураками выставлю. Ну, ты же не объективная, ну признай. Степан в момент убийства Аркаши был не намного живее брат. Ну, только из-за того, что он там свою жену бьет. Ну, это как-то… Да не, ну это пустячок. Что тут говорить-то? Ой, прости, ты же недавно развелась. Ну, правильно. Слушай, Корсаков, я в твоем одобрении не нуждаюсь. Прости, сдуру ляпнул, но… Подожди. Откуда ты про сейф узнал? Не от меня. И на допросе я смотрела, ты вообще ни разу не удивился. Так мне соседи Аркашина рассказали, как вы выносили из дома сейф и мертвую собачку. А соседи не рассказали, откуда у Аркаши деньги? И что за ним охотятся лиманские авторитеты? Да какие же? Визирь. Костя засветился. Ну, Петруч пока еще в тени.
первый раз слышу вообще, о чем ты говоришь. Марин, давай ты сядешь в машину, спокойно все обсудим, я тебя довезу, а? Ой, не надо, Дим, я сама дойду. Много таких подвозильщиков. Подвозильщиков? Это про своего Федора, что ли? Господин Корсаков, вы адвокат моего подозреваемого, и наше общение в неформальной обстановке не предусматривается. Всего доброго. Марин. Марина Николаевна. Знак визиря? Откуда? Кто-то подбросил к калитке. Я Павлику Иасе сказал, что у нас учения проходят по программе защиты свидетелей. Выбрали их. Так что им придется ходить под присмотром. Угу, ты хорошо придумал. Лара звонила, долетела нормально. Вся в любви. Надо о нашем ларчонке нашему коку сообщить. Я пока не решился. Зря мы вчера тебя одну оставили. А я не одна была. Там бешеная литра примчалась. Федя помог. Какой Федя? Ой, Федя Капустин. А, это тот, которого ты не дала за пьяную драку посадить? Да где он вообще не пьяный был? Он девчонку от бухой гопоты спасал. И он теперь ездит все за тобой. И ты к нему как? Понятно. Бортуешь мужика. Ни водитель тебе не годится, ни адвокат. Там художник питерский опять приехал. Ты видела? Так, распишитесь вот здесь и здесь. Тут какие-то банки с порошками. Без подписи. Похоже на фотореактивы. Проявитель, закрепитель. Для фотографии. Тут ровный слой пыли. Ими давно не пользовались. Да, пылюки тут везде хватает. Сразу видно, когда нет женских рук. А что, женские руки нужны только для пыли? Не только. Ну вот, например, явно женская рука. Наверное, подарили на какой-нибудь праздник именная. Подождите, женщина заходила сюда тихонечко по ночам. Мы ее голос слышали. Не видели? Нет, не видели. Жаль. Я объяснила училке, что у нее устаревшая информация. В Финляндии, например, уже давно отказались от этих квадратных уравнений. Ой, ну хоть круглые-то остались. Марина. Нина Петровна, здрасте. Марина, как со своими идешь? Ой, да что вы, мои были бы шелковые, а это вот бандиты. Вот в отделении веду. По всей строгости закона. Mm-hmm. А я сон в летнюю ночь ставлю. А я слышала. Почти все наши собрались. Может, и ты подтянешься? Ой, нет, что вы, мне там некого играть. Я следующий спектакль специально для тебя поставлю. Ты только скажи, кого хочешь сыграть. Медею, иди сюда. А я ревизора хочу сыграть, можно? Обязательно сыграть. Можно. До свидания, Нина Петровна. До свидания. А ладушков хотите? Соседки под дверь таскают. Не знаю, куда девать. Ты прям как падишах. Да нет, их папа в отделении покормит, да? Ну, не хотите, как хотите. А вы что, не домой, что ли? Нам домой нельзя. Мы в отделении. У нас учение по защите свидетелей. Анастасия, свидетели под защитой молчат и лишнего не болтают. Ну вот, еще одна сплетня для Лиманска про учение. А что еще интересного в Лиманске болтают? Про Аркашу, например. Говорят, что он на ком-то там собирался жениться? Ну, надо же. Я думал, ты меня и не слушала тогда. О,
Я даже когда не слушаю, все равно слышу. Да? Да. Сейчас, говорят, вроде уже и женился до того, как... В общем, на Вете. На Вете? Она говорила, что он только стригся у нее. Надо будет в ЗАГСе проверить. Понял. Граждане, пассажиры, внимание! Литра следует через ЗАГС. Перспективно. Так, все, сидим тихо, как мыши, вернее, как свидетели. Здравствуйте. Старший оперуполномоченный Марина Орлинская. Я хотела бы знать, заключал ли недавно у вас брак Аркадий Ряписов? Старший оперуполномоченный, вы можете сделать официальный запрос, и когда у меня будет свободное время, я посмотрю, а сейчас у меня обед. Но мне нужна эта информация срочно. Сегодня заявление подавать нельзя. Рыба в Венере. По статистике, 68% браков, которые заключались в этот день... Пацан, отвали, а? Нет, погоди, а когда рыба из Венеры выйдет? Галь, кончай дурью маяться, пиши давай. Чего? Ты тут еще покомандуй. Дурью маяться, не, ну это надо. Галя! Хамло! Галь! Руки убрал! Немедленно освободите ЗАГС от этих купидонов. Эти купидоны уйдут только вместе со справкой. Аркадий Ряписов в брак не вступал. Спасибо. Здрасте. О, кто к нам пришел? Мы свидетели и купидоны. Марина, у тебя новая бригада оперов? Ага, типа того. Круто. Марин, смотри, что Люденька обнаружила. Нет, с волосами надо что-то делать. Мыть? Для начала. Компромат. Спасибо. Слушай, Олеж, проводи ребят в лабораторию. Там дед бабулиной еды принес для свидетелей. Угу. И по дороге, чтобы с них глаз не спускал. А теперь зум-зум-зум. Ничего себе такой мужичонка. Узнаешь катерок? Он ушел от нас в конце августа с контрабандой. А кто был на катерке, мы так и не разглядели. Вот. Теперь разглядели. Да. Это компромат на Костика. Еще какой. Думаешь, Аркаша мог этим шантажировать хозяина лиманских рынков? За что и поплатился? Конечно, в доме Аркаши есть отпечатки пальцев Кости, но на кувшине нет. И доказать, что мой одноклассник подсыпал яду, не получится. Так он твой одноклассник. Познакомишь? Вот сейчас как раз его и привезу. Здрасте. Здрасте, тетя Мил. О, привет, Марин. Не берите у нее, Мариночка Николаевна. Милка яблоки черти как прививает. Ранний к поздним, да кто ж так делает? Бери, бери, Маринка, не слушай. Они тут все антипрививочники. Орлинская, берите пожестче. Дольше пролежа, а то вечно бегаешь, пожрать забываешь. Какой ж ты заботливый, Кость. Это чтобы лишний раз не бегать. А за яблочко спасибо. Я без адвоката говорить не буду. Да не говори, я сама тебе все скажу. Скажи, ты из-за этого грохнул Аркашу? Чего? Контрабанда не твой профиль. У вас этим занимается Петруча, а ты вполз на его делянку. Аркаш тебя просек, он тебя шантажировал этими фотографиями. И ты понял, что если об этом узнаем мы, то об этом узнает и Петруча. А дальше гарпун в спину. Чтоб ты не сомневался, эти фотографии мы достали из компьютера Аркаши. Марина Николаевна, там адвокат к задержанному прибыл. Мне никого не надо. Ты же сам просил. Пусть подождет, пока без адвоката. Не под запись, Марин. Вань.
Давай так. Вы меня взяли за контрабас. Никто, слышишь, никто не должен знать, что вы шьете мне убийство Аркаши. Ни одна живая душа, я тебя лично прошу. Все-таки 10 лет оттарабанили вместе от звонка до звонка. Я не скажу никому, ты меня знаешь. Ты мне скажешь, ты не убивал Аркашу? А где деньги лежат, Аркашина, ты знал? Вы все знали, где деньги лежат? Не все. Ты визирь Петручу? Так это что, общак? Аркаша был хранителем общака? Заметь, я этого не говорил. А теперь сама подумай, кто из нас поднял бы руку на Аркашу? И что бы с ним после такого сделали? А если не чужие, не лиманские? Со стороны про Аркашу никто не знал. Только... Слушай, я тебе вопрос странный задам. А Аркаш мог жениться? Нет. Мы его сразу уволили. И он об этом знал. О, Семёныч! Давай. Порядок. Держи. Давай. Оп-оп. Есть. Мы взяли воровской общак. У Аркаши? Обалдеть. Ну, теперь понятно, почему визирь на тебя так взъелся. Да уж, надо бы с Светой пообщаться. С парикмахершей? Волосы это самое, помыть? Сплетни подровнять. Я думаю, что они на пустом месте не вьются. Конечно, рядом с общаком жен не бывает, но я думаю, что Вета могла жить с Аркашей. Или он с ней втайне. Следовательно, могла знать и про деньги в сейфе, и разболтать кому-то. Вета, Вета. Николай Филиппович, что по предварительному? Фен, провод, полотенце. Похоже, провод обмотали полотенцем,
когда душили, чтобы руки не порезать. Отпечатки потожировые будем изучать. Их тут пруд-пруди. Следов взлома не обнаружено, то есть пострадавшая сама впустила убийцу в дом, так? Я записываю? Ну да, Вета принимал клиентов на дому. Может, и Ряписова тоже. Надо проверить его отпечатки пальцев. А с чего ты взяла, что эти убийства связаны? Ну, за что Вету еще убивать? Слух прошел, что она была женой Аркаши. Жена и жена, она и наследница. Да и знать могла больше, чем надо. Вань, мне нужны последние звонки Веты. Есть. Записывайте, Олег Олегович. Вика Ёж, Таня Мелир, Оля Кудри. И вот последний звонок был Владиславу Головину. Ба, Головин. Он что, тоже был клиентом Веты? Не думаю. Он мужик не бедный, небось, в Краснодаре стрижется, а то и в Москве. Ну, сходить к нему надо. Угу. Вета была у меня вчера. Вчера? Да. Вета приходила ко мне, просила денег на открытие собственного салона красоты в долг. Всего на полгодика. Под что просила-то? У нее нет ничего, и квартиру она снимает. Поэтому и пришла ко мне, а не в банк. Там бы я кредит точно никто не дал под будущее наследство. Наследство вступает через полгода. А, Вета вам рассказала, что наследует за Аркадием Ряписовым? Ну да, вроде как они тайно поженились. Он был тайным богачом. И сразу понял, что это лажа. Сказал, что подумаю, больше я ее не видел. Ну, вы же не думаете, что это я парикмахерша убил? Да нет, конечно. Просто что делать, город маленький, все чисто к вам бегут, вы же всех знаете. Говорят, даже наш почетный лиманский миллионер, ваш ближайший друг. Ну, Бахтин Сашка, да, мы с ним приятели. Послушайте, а вы не поможете мне к нему на яхту сходить, камеры посмотреть? Просто он без ордера туда никого не пустит, а ордер на него в Лиманске точно никто не даст. Ну, в Москве, пожалуй, тоже. Дайте телефончик. Алло, Шора, привет. Я к тебе на яхту девушку отправлю. Ты там встреть ее. Прошу прощения. Сюда нельзя, здесь частная территория. Ну, я знаю, вы частный причал, вы его купили. Лев Юрьев, если не ошибаюсь. Ровно год назад приехали к нам из Москвы. Ваша жена Эмма ведет студию танцев на СДК. Все верно. А вы? Старший оперуполномоченный Марина Орлинская, пожалуйста. А, да. Я слышал про вас, конечно. Мы тут все под одним колпаком. Ну как же? Тут не надо быть опером, чтобы знать всех в городе. Но я вообще-то не к вам, я к Бахчину, можно? Ага. Ой, спасибо. Марина Николаевна, прошу. Александр Петрович сегодня в отъезде. Ой. Мы вас так долго ждали. Спасибо. Здрасте. Здрасте. Угу. Присаживайтесь. Что тут у нас? Сам фотограф не попал на камеру. Ну, правильно. У вас тут берега вообще не видать. Ой, жаль. Подождите, на подводных камерах кое-что есть. Мы целый день искали, все-таки кое-что нашли. Вот-вот, смотрите, это он уже назад плывет, но уже без гарпуна. Очень интересно. Вы что, узнали его? По такой картинке черта лысого узнаешь. Но дело в том, что вот тут вот, вот здесь проходит каменная гряда. Вон там. Там сплошные подводные камни. Значит так, если он выстрелил за кадром у берега, и по прямой рванул обратно. Но через гряду он не перелез. Иначе бы мы увидели его на камере. А как же он тогда мог перелезть? Вот в чем вопрос. Как говорил Шекспир. Так, молодежь, едим. Тетя Марин, своди меня завтра понырять. Суббота же, а ты нам все занятия отменила. Нырять, правда. Скажи-ка, дружок, ты никогда не нырял у набережной возле каменной гряды? Не, я же ныряю там, где инструктор велит, больше нигде. Ты в ряды не завирайся. Тебя в секцию потому и отдали, что ты нырял, где ни попадя.
Насчет гряды, Павлик, слушай, а ты не знаешь, как-нибудь можно проплыть через нее, ну как-то просочиться? Сам не знаю, не видал. А пацаны говорили, там есть узкий лаз такой. Тетя Марин, а ты сама, значит, где попала, не ныряла? Я нет. Там, где она ныряла, до сих пор дно выровнять не могут. Олег, ну посмотри спокойно фактом в глаза, а? Заходи. Парикмахершу убили, когда Степан уже сидел у нас. Это факт. И что? И что? И как будто Аркашу и Вету обязательно убил один и тот же человек. По мне тогда. О. А если и нет, эти убийства по-любому связаны. Вету могли убрать из-за наследства. Кто-то поверил ее врагам, что она жена Аркаши. И просто задушил конкурента. А зачем Вете распространять слух, что она его жена? Чтобы взять кредит под будущее наследство. А. Орлинская, кто претендует на Аркашу на богатство? Ну? Официально Степан. Вот. Вот, а Степан убить не мог. Вот и все. Ничего так что не Степан все. Главный подозреваемый. Деньги в сейфе не Аркашины. И на них может претендовать весь лиманский криминал. Угу. И ты решила посадить весь лиманский криминал? Ну, в идеале, да. Но я думаю, что копать надо в эту сторону. Ну и где начнешь копать? Ну, я начну копать под водой. Мне хочется проверить, как убийца подобрался к Аркаше. Проверяй. А Степана нужно отпускать под подписку. Этого делать нельзя, Мотьмотич. Олег, 72 часа уже истекают. Что у нас есть? Ничего. Признание? Нет, он мычит. Остаточные промилле у него какие? Он не то что был в дрова, он был в опилке. А опилки даже укусить не смогут. Так что давай, под подписку отпускай. Все, свободны. Ну, как я вас дожал? Не радуйся раньше времени. Степану деньги все равно никто не отдаст. Они вещдок, до конца дела не в обороте. Ты с Костей говорил? Да, контрабанду признает. А так ни слова из него не выдавил. В общем, я не совершил ничего такого, чтобы нарушить адвокатскую тайну пред очарованием старшего оперуполномоченного. Соловей. Жди, вещи отдали? Да, все отдали, кроме самогона. Садитесь в машину, Степан Иванович, я вас довезу. У меня таких денег нет, чтобы за адвокатский извоз платить. Поговорим о них, когда они у вас будут. Сударыня, мое почтение. Присаживайтесь. Спасибо. Марина, вы так всегда неожиданно появляетесь, то как маленький принц в прошлом году. И сразу нарисуй мне барашка. Я ни о чем вас не просила. Просто мне нравилось наблюдать, как из ваших красок появляется жизнь. А сейчас как Афродита из пены морской. Или Артемида со стрелой в руках. Ну да, вот. Подарок от Нептуна. И, наверное, опять куда-нибудь убежите. Я с удовольствием с вами прогулялась, а
как тогда. Но, боюсь, в таком виде это будет не очень удобно. Может, тогда дадите свой телефон? Ну, или хотя бы скажете, где вас искать? Я в разных местах живу. Но город маленький, так что мы обязательно увидимся. Обещаю. Я хочу написать вас. Всем добрый вечер. А, ну что тут у вас? Тетя Марин, а нас дядя Федя и без тебя на маршрутке возит. В бизнес-классе. Везу к вам. А что же вы как собаки из миски едите? Мне чтобы для такого дорогого гостя тарелки праздничные достать. Так вкуснее. Хорошо, мама не видит. Что за канистра? С порога Вестима. Так, ребята, доели? Так, быстро чай ставить, собирать на стол. Быстро, быстро, быстро. Очень хитрый вы, тетя Марин. Как будто мы не знаем и не слышим из дома, о чем вы тут будете говорить. Знак визиря. Да вижу, не слепая. Сначала спички, теперь бензин. То есть спички уже были? Как на заре туманных 90-х. Хотят, чтобы все испугались и начали дергаться. Не надо переоценивать. Недооценивать тоже не будем. С детей глаз не спускать, никаких ныряний. Пусть завтра дома побудут, ладно, пап? Ну, мне пора. Спасибо большое. Но буду чаще приезжать, внимательнее поглядывать. Спасибо тебе, Федь. Не за что. Давай. Ой, Федь, слушай, а тебе бензин не нужен? А что, нужен? Ну, бери. Бери, подкормишь свою литру. Оно у тебя хорошее, всегда приходит, когда надо. Хорошее. Еще и слухи нужные приносят. Да, слухи. Слушай, как же я об этом не подумала. Послушай, а Вета же врала про брак с Аркашей на пустом месте. Еще раньше возникли слухи, что Аркаша собирается жениться, ну, еще при жизни. Помнишь, ты мне сам рассказывал, когда от визиря увез? А? А тебе кто сказал? Да это не мне. Это тетя Тата с тетей Милой по дороге болтали. И как посадишь, до самой конечной трещать будут. Подожди, тетя Мила, это которая? Это у которой яблоки не пойми чем привиты? Ну да. Понятно. Ну, давай. Ну, пока. Ну, спасибо тебе еще раз. Ну, еще раз не за что. Ну, чего пристал? Прям я сама взяла и выдумала, что наш Аркаша хочет жениться. Вот оно мне надо. Это Катька, у молотка трепалась. Так Боря сказал, у него Аркаша корм брал для своего Джека. А что, соврал? Так Борька может. Со мной Аркаша только про Джека своего говорил. Насчет женитьбы. Это Зина сдала его, соседка Степан. Гуляю я, значит, с Ники, а у Ряписовых окно открыто. И там Толик вопит. Папа пошел дяде Аркадию ругаться. А дядя Аркаша там в доме с невестой. Тут я и смекнула. Ишь, думаю, собрался наконец. А ну, видишь как. Понял. Спасибо вам. Ну что? Что ж такое важное ты решил мне сообщить, дорогой мой друг Костя, раз сам вызвался на допрос? Марин, мне, походу, недолго осталось. Ух ты, что же тебя обнаружили, папиллому? Не до смеха. Про ту фотку узнали, ну что я на катере. Теперь думают, что Аркашу грохнул я из-за этой фотки. Кто узнал? Визирь Петручу? Да все. А у Курского есть эта фото? Курсков не станет сливать. Зачем ему терять клиента, и потом он не знает, откуда эта фотография. А визирь, похоже, знает, что снимал Аркаша. Раз думает, что ты его убил. Можешь сделать так, чтобы я пожил слегка подольше? Ух, мне самой пожить хочется. Так, пора брать быка за рога. Уводи. Ну, садись. Об Аркашиных деньгах пришла поговорить или так? Задержать тебя пришла. Одна? Хвалю. Баба целого отделения стоит. За что задерживать будешь? За покушение на сотрудника полиции. Покушались, не убили. Мой знак на вилку припаяли. Ты меня совсем за дурака держишь? Чтобы я вам улики против себя подбрасывал? Кого хоть стреляли? Если в тебя, это не я и не мои. Ты нужна нам живой. Марина Николаевна,
Добрый день. Я знаю, знаю, что на вас покушались, что вы подозреваете визиря. Пардон, Виктор Зырянова, моего клиента. И я, как его адвокат. Зама, у тебя от клиентов отбоя нету. То есть ты Степана решил защищать по их приказу, да? Марина Николаевна, вы просто недавно допрашивали одного из моих клиентов. Именно от него я узнал о ваших планах. Да не, ну все правильно. Все правильно. Степана выпустят. Он станет наследником Аркаши, заберет наш общак и вернет его хозяину. Прекрасная схема. Я про общак вообще слышу впервые. И эта ваша прекрасная схема доказывает, что визирю, Виктору Зырянову нет смысла вам угрожать. У вас тут... Вы занимайтесь собой, не надо так делать, я при исполнении. Да, действительно, какие угрозы могут быть? А так, угроза во дворе Аркаши — это так, пустые слова. А спички и канистра с бензином с пресловутым знаком визиря? Спички, канистра, детский сад какой-то. А насчет угроз? Ну, психанул маленько. Мы все на взводе. Не можем найти, кто Аркашу порешил. А ты можешь. Вы же подозреваете, что Костик убил Аркадия? Подозревали. Пока ты не пришла. Ты же упертая, Марин. Ты ж пока здесь все по винтикам не разберешь, не успокоишься. Если бы Костя убил, ты бы успокоилась. А ты все бегаешь, как тарань. Вот и бегай. Он не убивал, да? Не убивал. Скажи, а кто тебе компромат на Костика прислал? Виктор, может, не отвечать на вопрос? Я получил фото с Костей по почте из Аркашиного архива. Кто прислал, не знаю. Отвечаю. Ты поверил анониму. Тому, кто меня в группуном стрелял, тому, кто спички подбросил. Интересное кино получается. Все, болтаешься? Почему болтаюсь? Я за ЗОЖ. А я думал, за что ты? А ты чего хмурая такая? Мать-мать наругал? Не складывается у меня. Вокруг Аркаши столько всего понамешано, а взять за жабры некого. Вот Степан, да? Казалось бы, все логично. Поссорился с братом, убил его из подводки. Зачем воду в кувшине травить? Зачем компромат на Костю подкладывать? Но кто-то другой это сделал, нет? Зачем другому подставлять Степана? Зачем убивать из-за ружья? Зачем Вету убивать? Ну хорошо. Степан убить ее не мог. Хотя Аркаш вполне. А что, если он напился после стрельбы по брату, знаешь? Для алиби из серии «Ничего не помню». Ну да. Это если он только заранее принес самогон и залпом выпил. Так. Самогон. Подожди. Ничего не говори. Баба Луша. Дуй к ней, Вань. Есть. Вань, переодеться не забудь. Здрасте, Баблуш. О, Вань, привет. Баблуш, на тебя жалоба поступила. Три человека твоим самогоном отравилось день убийства Аркаш. Да я никому и ничего, сам знаешь. Только для себя. Никому ничего не продавал, то есть не дарила. Баблуш. Три человека отравилось. Ну, раньше только Ряписов приходил. Ряписов? Аркаша или Степан? Степкин сын, Толик. Вот ему-то я слезу-то дала. На нее еще никто не жаловался. Баблуш, ты сдурела, что ли? Толик же несовершеннолетний. Во сколько Толик приходил? Я ж, когда сердечное принимаю, всегда в одно то же время, в 16:30. Вот я ему слезу-то отдала, дверь закрыла, все, больше никто не приходил. 16:30. До свидания. Угу. Новое детское меню, горячие блюда. Горячие блюда, новое детское меню. Приходите в наш ресторан. В нашем ресторане скидки возьмитесь. Сразу ты два. Ты для кого самогон покупал у бабы Луши? Для папы. Он попросил, да? Нет, надо было отца успокоить как-то. Это днем было? Ну да. Утром он с дядей Аркашей и его невестой разбирался. А потом днем, часов в три, он еще раз приходил. Но там никого не было. Он калитку попинал и ушел. То есть ты рядом был? Да я целый день за ним ходил. Он какой-то заведенный был с самого утра. Я боялся, что он натворит что-нибудь. А тут давай калитку пинать. Я его увел на лодочную станцию. Со самогоном сбегал. Ну, понятно. Чтобы он напился и унялся. Ну, я тебя поняла.
Скажи, а кто-нибудь видел, как ты отца от закрытой калитки уводил? А главное, куда? Нет, ну из чужих никто не мог. Знаешь, ружье, гидрокостюм подбросил ты? Ну, больше некому. Ну, так получается. Пошли. Ну что, пиши, Анатолий. Все подробно. Как ты приплыл на набережную, как выстрелил в дядю, ну? Почему ты это сделал? Он отца оскорбил. Папа был как побитая собака. Толик, ты рассказал маме про невесту? Что было потом? Мама вышла по магазинам. Вернулся папа, засел на кухне. Потом вдруг начал ни с того ни с сего с самим собой ругаться. Потом выскочил из дома, я за ним. Но дома дядя Аркаша не было. Давайте закругляться. Мальчик устал, уже измучился. Ему нет 18. Хорошо. Вопросов больше не будет. Ты только признание допиши. Угу. За что вы задержали моего сына? Он несовершеннолетний. Вы не имеете права допрашивать его без родителей. Или без инспектора из комиссии по делам несовершеннолетних. Инспектор на допросе был. Отпустите Толика. Не могу. Он написал чистосердечное. Это он меня выгораживал. Я убил Аркашу, не сын. Меня задерживаете? Вот ведь признание привалило. Все, я домой. Завтра мы только проверим, устроим следственный эксперимент. Ну, а там уж как пойдет. Какой еще эксперимент? Марин, ну что стоишь? В лодку на гряду. Вань, давай в лодку, я тут останусь. Хочу за Степаном понаблюдать. Что там будет на эксперименте? Я его отец. Отец, не отец. Отойдите на положенное расстояние. Не бойтесь, покатайте немножко на лодочке и все. Угу. Ну давай, показывай, как набережной подплыл. Вот оттуда приплыл, тут перешел. Руками не показывай, давай. Берем, надеваем, оттуда, отсюда. Давай. Не надо его толкать! Он плавать не умеет! Ваня, стоп, возвращайтесь. Забирайте его. Как так не умеет? Да я его дайвингу учил. Слишком жестко. Чуть не утонул. Толик воды боится. Ну что, следственный эксперимент окончен. Толик может быть свободен, но на вас придется опять задержать, делать нечего. Не надо было вопить на все отделение, что это вы убили Аркашу. Сказал, они с Аркашей из-за невесты разбирались. Откуда он это взял? То есть вы спорили из-за женщины? Любовницу не поделили? Кого? Жену? Елену? Она что, изменяла вам с Аркадием? Нет. Он сам сказал, что у них с женой ничего не было. А еще сказал, знаете, если бы захотел, то увел бы ее и женился бы на ней. Скотина. Земля ему пухом. Вы ему не поверили и пошли к жене? Поверил. Пошел. А жены дома не было, только сын. Тут опять эта смс-ка. Какая еще смс-ка? От добрых людей.
со скрытого номера. Это же они мне утром написали про жену с братом. Ну, я и пошел разбираться. Одни он пишет, мол, она сейчас у Аркаши. Ну, я рванул, все застать хотел. И Толик, дурак, со мной прицепился. А у Аркаши заперто. Наглухо заперто. Наврали, значит, уроды. Толик вас подпоил и проводил в сторожку, на лодочную станцию, да? Спасти мать хотел, чтобы ее в пьяном угаре не забили. Аленку? Бил, да. Я ж завязал. По-новому хотел начать, заново. Обещал к ней на спектакль прийти, на этого Шекспира. А теперь решишь, на выпускной Толику не выпустят из тюрьмы. Степан, встаньте-ка. Повернись сюда. Ну чего? Садиться? Присаживайтесь. Замечательно, да? Угу. Эмма придумала уроки танцев для всех. Дети, взрослые, турики. Для них, правда, за деньги. У Эммы самый большой набор в ДК. Она и мне, кстати, обещала. Танцы в Шекспире. Ну, потом увидишь. Алена Рябисова, она не занята же во спектакле, да? Аленка-то почему занята? Ну, сначала долго думала, звать, не звать ее. Она у меня играла Ассоль в «Алых парусах». Ой, выбежала навстречу Грею и как закричит: «Это я!» А на лице нос Буратино. Я помню, мы еще все ржали. Ой, она мне рассказывала, кстати, недавно, что вы ее звали играть, она вроде как отказалась. Ну, сначала да. Аленка собралась навсегда уехать из Лиманска. Да? Ждала, когда сыну 18 исполнится. Ждала? Зачем ждать? Она что, без Толика хотела уехать? Ну, вроде да. Ну, сейчас, видимо, передумала. Ходит на репетиции. Марина Николаевна. Замечательно. Здрасте. Здрасте. Что происходит, я не понимаю. А что? Степан опять в отделении полиции допрашивает без адвоката. Как это понимать, а? Простите, пожалуйста. Простите, пожалуйста, у нас танго сейчас, а кавалеров не хватает. Выручайте, дам. Выручай. А я вас выручу, если приглашу свою даму. Кого угодно. Устоишь? Удержишь? Ну что, Степан? Думаю, не виновен. Слишком широк в плечах. Глаз в камнях не пролезет. И что теперь? Думаю, завтра отпустим. Ну и дом. Дом? Дом Аркаши. Я сняла печать. Что, Степан может теперь тоже туда вернуться? Конечно. Ради бога, он ведь тоже владелец. Но дело еще не закрыто, и общак он не получит. Браво, браво! Ну вот видите, как надо танцевать? Спасибо. Браво! Спасибо. Дело все равно закроют рано или поздно. У меня, кстати, скоро день рождения. Придешь? Посмотрим. Ой, я забыла. А вы давно здесь? Я же пообещала, что вас найду. Ох. Нет, не то.
композиция хромает. Понимаете, не могу нащупать самого главного. Все-таки Афродита или Артемида? Но если выходит из моря, то почему стрела в руке? Море, оно такое, размывает образ. Что-то одно кажется другим. Вот выходит человек из воды, одному кажется сильным и толстым, другому худым. А на самом деле вы какая? Кто вы? Ныряльщица за жемчугом. Смотрительница маяка. Нет, повелительница волн. Точно, повелительница волн. Просто человек. Марина. Садись, подвезу, как всегда. Привет. 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 Куда ехать? Поехали по прямой. Марин, я, конечно, много чего не умею. Танцевать, к примеру, не умею. Красиво говорить, как некоторые, не умею. А вот чувствовать я хорошо умею. И вот когда тебе угрожает опасность, я это очень хорошо чувствую. А мне ничего не угрожает. Уверена? Родной криминал? Родной криминал ждет, когда мы поймаем убийцу Аркаши. Они меня не тронут. И Аркашу они не убивали. И Вету тоже. Если бы она им мешала, они бы ее вывезли куда-нибудь и утопили. Они душили бы феном. Останови вот тут вот. Дальше я пешком. Тебя подождать? Не надо. Если там увидят твою бешеную литру, сразу поймут, что где-то рядышком. А мне этого не надо. Все, пока, Федь. Спасибо тебе. Пока. Аккуратнее, Марин. Как водится. Все. Завтра Степана освободят, он придет сюда и увидит здесь прихватку с этой А. И сразу все поймет. Что поймет? Что добрые люди его не обманули. А ведь у вас со Степаном только-только все наладилось. Он пить бросил, да и бить, а тут еще. Это твоя прихватка. Твоя. Я знаю, что ты мастеришь для продажи, я на рынке видела. Ее ни с чем не спутаешь, двойная буква А. Аркадий, Алена. Подумаешь, буквы. На рынке он ее купил. Вот еще надо, забыла. Спасибо. Я эту резинку не здесь нашла. В доме у Веты. Зря ты ее убила. Она никакая Аркашина не жена. Ты откуда знаешь? Ты что ли жена Аркаши? Мама! Не надо больше. Не надо. Thank you.
дура ты, Ленка, дура. Всю свою жизнь под нож пустил. Семья. Ну, что семья? Сын большой, ему не до меня, муж. Сама понимаешь. Только и радости было Аркашу увидеть. Все тайком, шепотом. Хотели с ним уехать далеко, чтобы говорить в полный голос. И вдруг Толик. Папа ему морду бьет Аркаша из-за тебя. А у него невеста. Толик наврал. Ведь он знал, что вы с Аркашей встречаетесь. Хороший у меня пацан. Я из дома смоталась, ходила по Лиманску подальше от мужа и представляла, как Степан бьет меня в усмерть. Его рядом нет, а удары есть. Аркаша пошла. Больше некуда было. И просила его увести меня подальше. Ленка, Аркаша не мог уехать из Лиманска. Он был держателем воровского общака. А, вот чего он меня турнул тогда. Все, говорит, надо прекращать этот балаган, не приходи сюда больше. Как бы знать про общак. Марин, я ж поверила, что у него невеста есть. Думаю, ну как он так со мной? Степан со своими побоями, и то лучше. Я Степана только вечером увидела в сторожке. Он уже валялся пьяный в хлам. Чего ты поперлась в эту сторожку? Только искала. И нашла его. Все, говорю, иди домой. А сама... Знаешь, меня как вштырило. Со мной такое иногда бывает. Это когда ты Асоль играла и с носом Буратино вышла, да? Знаешь, да, что-то такое, да. Решил сразу двух зайцев убить. Любовника наказать, от мужа избавиться. Надела гидрик, взяла ружье Степану. Представляешь, я либо плыла. Ружье тяжелое, гидрик велик. Воды много набралось. Там на берегу сначала люди себя за толстого мужика приняли. Ага. Ружье поднимаю, а из рукавов прям водопадом бьет. А Вету? Просто из ревности. Я как представила, что меня столько лет жена Аркаша стригла. Да какая теперь разница? Ничего больше нет, и меня нет. Есть. Есть, Лен. И только Степан. Слушай, ну они давно догадывались, кто все это сделал, всю вину на себя взяли. Ленка, ты ему очень нужна. В тюрьме-то? Моть-моть, здрасте. А, привет. Слушай, жена совсем замучила. Убирай, говорит, свои зубочистки из дома. Мешают они, видишь. Сожгу, говори. Я хочу вон склад на вещдоков положить. Моть-моть, убийцу Ряписова мы задержали, ага. Но есть кто-то еще. Кто? Не знаю. Степана провоцировали на убийство брата, держателя общака. Ага. Сначала ему сообщили, что жена изменяет с Аркадием. Потом пришло второе сообщение, что она изменяет прямо сейчас. А Елена в это время действительно была с Аркадием. Выходит, они за ней следили? Надеялись, что Степан брата убьет. Ага. А он никак брата не убивал. И тогда эти провокаторы залезли в пустой дом Аркаши и отравили там воду в кувшине. Ну да, это могло бы сойти за ссору братьев, это отравление, да. А потом они загрузили компромат на Костю в компьютер Аркаши и все рассказали о визире. А это-то им зачем? Ну как зачем? Чтобы чужими руками убрать держателя общака и стравить лиманских авторитетов. А, так, пошли, расскажи все подробно. Значит, говоришь, Степан не спровоцировался, а жена его повела, да? Ну да, типа того. А
ты. Вечно я через эту бабу с ума сойду, шугаюсь ее вечно. Куда бы удочки поставить? А вон там можно между стеллажами. Да нет, тут сломают. Слушай, так в тебя стреляют из подводного ружья. Ты думаешь, это те же самые люди? Да они не хотели убивать. Они хотели натравить меня на визире. А. Угрозы подбрасывали якобы от него. То спички, то канистру с бензином. Что, и до сих пор угрожают? Ой, нет, слава богу, нет. Хоть за детей можно не переживать. Ну да. Мать, к чему я? В Лиманске появилась новая сила. Они хотят захапать теневую власть над городом. А. Но в открытую пока не выступают. Вот сюда положу. Вот так вот. Слушай, Марин, я вот что думаю. Ну, если так, как ты говоришь, то, может, это и неплохо. Ну, появилась какая-то сила, которая помогает нам бороться с криминалом лиманским. Они же на нашей стороне. Они вообще не на нашей стороне. Ничего мы о них не знаем. Лиманские хотя бы известны. Я бы все равно их посадила рано или поздно. А эти? Чего они хотят? Кто они такие? Что им надо? Да. Ну, ладно. Поживем, увидим. Пошли. Пойдем. Что бросил мангал? Что мне Павлик дал, то и бросила. Взрывпакет у дедушки. Ты сама всю жизнь мечтала о взрывпакетах. Ты чего ржешь? С приездом, мам.
думаешь? Я в засаде сижу. Да, с оружием. Подожди. Черт с ними, с вещдохами. Я ж там на складе свои удочки оставил. Так, ребята, выносите. Сейчас уже полегче. Все, выдержал. Ладно. Главное, что хоть дальше не перекинулось. Ага, например, на КПЗ. Проводка вон цела. Да. И хорошо, что сейф несгораемый. А что там? Что-что? Там общак бандюков наших. Которые мы у Аркаши взяли. Ну. Так, всем здрасте. Сегодня с утра была инспекция. Деньги были на месте. Кому давал ключ после инспекции? После инспекции никому. Только его кто-то взял перед пожаром. Как так взял? А ты-то где был? Танцоров на джипах разгонял. А когда вернулся, ключа от склада уже нет. Ну, и кто, и что? Ну, кто был в фойе, когда ты выходил или когда возвращался? Давай, или камеры будем смотреть? Да никого не было. Только, я когда вышел... Ну? Орлинская как раз вошла. Что? А потом выбежала, со всеми, когда уже дым. Так, я понял. А в руках у нее что-нибудь было? Сумка, пакет? Да нет, ничего не было. Ни пакета, ни сумки. Пустые руки. Точно? Точно. Орлинский телефон выключен. Вань, дуй к ней домой, а? Дуй! Есть. А мы пошли камеры смотреть! Здравствуйте. Привет, Вань. Здравствуй. Случилось чего? Простите, что я так поздно, без предупреждения. У вас телефоны не отвечают. Так телефоны в доме, а мы тут баллоны крутим. Ну, вы, конечно, взялись на ночь глядя. А днем я обед готовлю, потом ужин. Да я вижу, ты и сам ночью работаешь. Погоди, сейчас накормлю тебя. Спасибо, не надо. А. Николай Филиппович, а где Марина? Мариша ушла куда-то. А что случилось? Пожар на складе вещдоков. Много чего погорело. А куда она пошла? Ну, перед уходом она прихорашивалась. Ничего не знаем. Ушла и все, возьми. Вы же вечно там голодные на дежурстве. Спасибо большое. Ага. Ну, я побегу тогда. До свидания. Угу. А нечего Маринку дергать. Подождут. Погуляют в кои-то веки. Я все тете Марине расскажу, что вы от нее работу прячете. Вот она вам задаст. Так, всему личному составу команда в кубрик, отбой. Дорог не тот, с кем можно поговорить. А дорог тот... С кем можно помолчать? Я же абсолютно ничего о вас не знаю. И, наверное, это прекрасно. Никаких ненужных деталей. Но зато есть главное. Море и женщина. Две стихии. Молчание. Тишина. Лодка. Да, уже скоро светает. Я пойду. Да, надо мне идти. Ну, пора. Мне пора. Но скоро увидимся. Как всегда, неожиданно, да? Ладно, пойду.
Тетя Валя, а что у нас тут? Ой, а с тобой это что это такое? В смысле? Орлинская прибыла. Только не такая, как вчера. Что значит не такая? Какая? Красивше. Орлинская Марина Николаевна, вы задержаны по подозрению в поджоге и краже в особо крупном размере. Это шутка? Пройдемте. Чем дальше, тем веселее. Да я с удовольствием. Скажи, эти танцоры на джипах, они тоже ее видели? Ну, она мимо них проходила. Я же номер машины их записал на всякий случай. Вот. Молодец. Сестренка, ты не поверишь. У нас тут пожар был. Ты представляешь, что мне сейчас брат сказал? Орлинскую задержали за поджог. Чтобы орлица нарушила закон, не дождетесь. Там в следах с ума спятил. Это самое, Седов зовут. Орлинскую прессует. Типа, где всю ночь была? Уважаемые пассажиры, извините, но по техническим причинам литра дальше не пойдет. Пожалуйста, выходим из маршрутки. Следующий проезд за мой счет. Ладно, хорошо. Дура лекс, сед лекс. Не в смысле дура, а в смысле закон превыше всего. Вы что думаете, после такого ЧП к нам из управления собственной безопасности не нагрянут? Ну ведь прямых улик нет против Марины. Никто даже не видел, как она на склад заходила. Ну а если она не проходила и ничего не сделала, то почему она пожарных не дождалась? Почему убежала? Как вы все это объясните? Ну, объясни хоть как-нибудь, а? Я еще раз повторяю. Дежурный обознался. Не было меня вечером в отделении. Всем доброе утро. Я адвокат Марины Николаевны Орлинской. Я буду защищать ее интересы, а также готов быть ее представителем в суде. На здоровье. Вот, гражданка Орлинская, расскажите вашему адвокату, где вы были всю ночь? Я гуляла по берегу. Не одна? Одна. Это не алиби. Ну что, в КПЗ ее? До выяснения всех обстоятельств прошедшей ночи? Подождите, господин следователь, это полицейский произвол. Не госпожа Орлинская должна доказывать вам свою невиновность, а вы должны доказать ее виновность. Мариша, романтика – это прекрасно. Но не в такой ситуации. Ладно, я провела ночь с мужчиной. А у этого мужчины имя есть? И фамилия. Седов! Седов! Марина ничего не поджигала! Она со мной была! Весь вечер и всю ночь! Да не ори ты на весь лимон! Заходи, сейчас дежурному скажу. Литру свою поставь, как полагается! Орет он. Ванны принимаем. Ну, типа, а чё? А надо бы холодный душ. Вчера-то, видимо, перебрали, раз в полицию бузить поехали. Да я трезвый был. Это ребята. Маленько, да. К нам баба какая-то подвалила. Говорит, плясать у моря каждый может, а у ментовки слабо. Ой, извините, у полиции. Короче, парни-то под мухой были, а она им слабо. Ребята далеко отсыпаются? Придется их разбудить. Провел ночь с Мариной Орлинской. Провела ночь с Федором Капустиным. Прям как в ЗАГСе. Тетя Марина! О! Тетя Марина, я платье принес. Спасибо, Павлик. Один орет в окно, другой с платьем лезет. Не отделение, цирк. Отделение с человеческим лицом. А платье-то зачем? Мать Матич! А? Я танцоров на джипах нашел и сюда привез. Они видели нашу поджигательницу в платье.
Ну, нашел и молодец. Сейчас проведем опознание. Тетя Марин, а платье на тебе тоже ничего. Спасибо, Павлик. Смотрим внимательнее. Вы кого-нибудь узнаете? Вот это вроде ничего так. Без шляпки-то мне лучше. Уважаемый, а ты ничего не попутал? Здесь следственные действия, а не смотрины. Ну вот это по одежде похоже, а лицо нет. Нет, совсем не это. Нас другая сблатовала. Точно не она, только одежда. Понятно. Все свободны. Нет. Слава богу. Так, Орлинскую отпускай с извинениями. И давай быстренько ищи мне ту вторую, в такой же одежде. Понял. Марин! Ты же понимаешь, что все это ничего не значит? Да, конечно, конечно. О чем ты говоришь? Я же так, чисто по-дружески. Здравствуйте. Добрый день. Все равно спасибо тебе, спас меня. Могу для тебя тоже что-нибудь сделать? Да ты что? Не то, что ты подумал. Я говорю... Здравствуйте. Да, здрасте. Тоже чисто по-дружески. Как неудобно даже просить тебя о чем-то. Слушай, Марин, а приходи сегодня ко мне вечером. Да, да нет, соседкам пыль в глаза пустить, а то носят еду под дверь, надоели. Скажи лучше девок испугать, это я завсегда с удовольствием. Вечерком завтра зайду. Жду. Давай. Не обмани. Давай. Еще раз спасибо. Еще раз не за что. Товарищ дежурный, ну пожалуйста, очень вас прошу. Не положено. Не топчи мне тут, я тут уже заметала. Жалко вам. Бунакова, не лезь на амбразуру. Ты видишь, что у нас здесь творится, а ты тут со своими плюшками. Ну, Вадику надо. Он пожар перенес. КПЗ пожара не было. Глеб, ты же меня вчера видел? Можешь описать, как я выглядела? Ну, на лицо. Ну, лица-то я твоего и не видел. Мне фары в глаза светили. Ну, ты меня узнал? Это тетка. Фигура, волосы, рост твои. А главное, платье. Так только ты ходишь. Марина Николаевна, может, вы Вадику плюшки передадите? Бунакова, твой Вадик обормот. Постоянно влетает на 15 суток. Его уже из дому надо выселить и сюда к нам в ОВД прописать. А ты ему все плюшки носишь. Нашла бы себе нормального мужика уже. Мне никто, кроме Вадика, не нужен. Ой, вы сами-то попробуйте. Да не, ну я... Ну, если только чуть-чуть. Вообще, я не завтракала. С удовольствием. Спасибо. Ладно. Спасибо. Плюшка, вам. Не кроши, тут уж заметено. Ой, тетя Валь. Подожди, тетя Валь. Что? Заметено. Так. Вань? А! Спорт высоких достижений? Еще какой? Вань? Ой, чего ты мне этим нос тычешь? Что ж ты этим? Это прекрасный локон. Смотри, как подстрижен аккуратно. Кстати, цвет похож на мой. О, похож. А я тут при чем? Ты при всем. Ты обойдешь все парикмахерские, узнаешь, заказывал ли кто-нибудь такой чудесный локон. Не понимаешь, объясняю. Вчерашняя как бы я. Она не стала покупать парик или не нашла нужного. Она взяла вот такие вот локоны. И приделала их к шляпе. Понимаешь? Да. Локон у нас есть, дело за малым, надо взять след. Ох, понял вас, Марина Николаевна. Да, малыш? Да, засада кончилась. Теперь вот погоня. Да, мне кажется, вообще все скоро тут рухнет без меня. Все, давай, малыш, не могу говорить. Наберу тебя после погони. Пустовато на складе. Все уже вынесли. Даже статуи. Знала, в чем я хожу. Даже оттенок волос. Пап, боюсь спросить, вы случайно мою двойняшку в роддоме не забыли? Почему забыли? Нарочно оставили. Куда нам две таких? Так, шкаф отодвинут. Пожарные, видно, потрудились. Не пожарные. Свежачок. Недавно прорыли. Интересно, куда он ведет?
Под нами целый район. Тоннелями изрыт. Великую Отечественную. Да знаю ее, пап. Мы вместо школы частенько по катакомбам шкандыбухали. Мало я тебе порол. Лучше бы иногда хоть порол. Орлинский! Орлинский, это что такое? Вы куда? Олег Олегович, тут мыши лаз прорыли. Мы хотим проверить глубину поражения. Скоро вернемся. Я к вам еще через недельку на укладку приду. Премьера же у нас, вы слышали? Шекспир все-таки не хухры-мухры. У меня там девочки так танцуют. Ой. Не наша, но все-таки салон мы таким не торгуем, да и давно уже не было хороших обрезков. Молодой человек, а сходите в парикмахерскую напротив рынка. Там Алиса наша СДК недавно свою косу оставила. У нее такие хорошие волосы были. Ой. Вот такие? Что вы, она блондинка. Понятно. Вы что, блондинок не любите? Я всех люблю. До свидания. Один выход нашелся. Есть еще другой. Он ведет прямо на Вишенку. Почти к Ларочкиному дому. Куда пойдем? Вы гляньте на этого знатока подземных ходов. Выход на Вишенку уже завалило лет 20 назад. На радость нам, на горе Павлику. Павли в курсе, что в городе катакомбы есть? Лучше его об этом не спрашивать. Ого, сколько здесь следов. Прям вавилонское столпотворение. Дочка, не топчи. Это же не женские, да? Похоже, мужские. Мужчина не маленький, тяжелый, в кроссовках. Ага. А вот там женские. Свиданка у него здесь образовалась. Девушка шла со стороны дороги. И туфли, кстати, у нее похожи на мои. Каблук такой же широкий и низкий. Паренек немножко похудел, смотри. Угу. Тут он нес что-то очень тяжелое, но вряд ли это деньги из сейфа. Поставил тут, потом опять понес к воде. Да, сел в лодку и уплыл один с грузом. Лодка, а я лодку ночью слышала. Так, а куда эта моя двойняшка направилась? А тут женщина стала тяжелее, но не очень. А, пщеком придавила. Не исключено. Так, ага, получается, получается, что он по тайному ходу пришел туда и ждал его возле склада. Сам он снизу отодвинуть шкаф не смог, правильно? Снаружи. Она проникла в отделение, вскрыла сейф, забрала общак, отодвинула шкаф и передала деньги своим кабальерам. Потом подожгла склад и прибежала сюда. А поджигать-то ей зачем? Ну как, чтобы создать суматоху, чтобы самой в спешке незаметно выбежать. И чтобы лаз катакомбы не сразу обнаружили. Теперь у них вон какая фора. Пойди догони. О, что и требовалось доказать. Я так понимаю, это особняк визиря. Ага, с тыла. Не выдержал визирь, устал ждать. Послал гонца за общаком. Ну, где вас носит? Вон Ванька себе уже бабу нашел. Не себе, а нам. Вот она, зараза. Девчонки из парикмахерской у рынка помогли. А Люденька даже уже по базе пробила. Люденька, тоже мне бином Ньютона, по базе пробила. Наталья Кострова. Привлекалась за мошенничество и кражу со взломом, отделалась условным. Она, между прочим, была любовницей визиря. Точно. Угу. Все так совпадает, аж неинтересно. К ней поедешь? Слушайте, а где статуя? Какая? Венерическая. Ну, в смысле, Венера наша. Я-то думал, что ее вынесли. Ну да. А ее там нет. Может, дотла сгорела? Вань, гипс не горит. Не понял. Венера пропала? Так по ней же суд через два дня. Что мы этим гаврикам скажем? Протасова с Василенко. Я еще и в дело-то не въехал. Так, Вань, ты протокол составлял? Тебе искать. Одну бабу нашел, найдешь и другую. Пап, овальный след на берегу. Венера.
Основание статуи, может быть. Ну, очень оригинально. Обчистить сейф, а заодно статую прихватить. Ну, чтобы не налегке идти. Я не понял, как, какие вы следы нашли? Следы, следы. Из тоннеля к дому визиря. Шикарно. Я сейчас ордер добуду и к нему. Я эту свору пересажаю. Уже давно руки чешутся. Конечно, знаю. Если весь Лиманск знает. И про пожар, и про то, что денежки тю-тю. Но это не я и не мои. Наталья Кострова не ваша. Давно уже. И ночью она сюда не приходила через заднюю калитку. Я Наташку не видел уже несколько месяцев. Тут сейф. Ну, не видели, значит, не видели. А мы вокруг осмотримся. Угу. Держи. Не густо. С огорода живу. Тут следов нет. А тут-то есть? Дошла до калитки и улетела. Не, уплыла. Смотри, как получается. Она шла по краешку лестницы. Вот тут вот. Угу. Оступилась. Наследила у катакомб. У задней калитки наследила. Привела нас к визирю и стала прятать следы. Пойду понимательнее посмотрю. Компаньон ее ждал на лодке. Так, я адвокат Виктора Зырянова. Принесла нелегкая. Этого я пригласил. Парни, пропустите. Есть. Какое право вы имели без меня начать обыск? Да-да-да, пишите, пишите жалобу, Дмитрий Сергеевич. Мне не привыкать, давайте, ну. А я напишу. Должен сказать, что действия полиции Лиманска не укладываются ни в какие процессуальные рамки. Народ! Держи, что там такое? Юр, ты единственный водитель визиря? Да. Ну и где ты вчера ездил? На мойке вчера был, в мартышке. Потом к Ирке поехал. Покой. Есть. Лермонтова 10, квартира 20. Утром от нее сюда. После мойки багажник не открывал. На все вопросы ответил. Пока на все. Забирайте. Наташка не моя, но и не чужая. Найди, кто это сделал, или найду его я. Давай. Виктор, вы уже завтра будете на свободе. Итак, что мы имеем в полусухом остатке? Кострова принесла общак к дому визиря. Потом передумала и скрылась с крупной суммой денег. Визирь со своими людьми нашел Кострову и убил, так? Орлинская не согласна. Давай, накладывай. Зачем визирь оставил труп в своей машине? И спокойно стоял и ждал, пока мы его найдем? Я думаю, что он просто не знал, что лежит у него в багажнике. И вообще, я думаю, что Кострова не для визиря выкрала общак. А зачем она тогда пришла к нему домой? Не домой, а к дому. Чисто по-женски пришла, маленькая месть. Выкрасть общак и навести нас на визиря. Ага, маленькая месть, крупной суммой денег, да? За что мстила-то, а? За то, что визирь ее бросил, а чего непонятного? Слушайте, это все лирика. Что по существу? А по существу, я думаю, что у Костровой был сообщник. Довольно крупный мужчина, потому что он вынес на себе статую Венеры через катакомбы. Да, трассология показала, след на берегу идеально совпадает с размерами основания статуи. Угу. Найдем статую, найдем вероятный общак. Я думаю, что дела нужно объединять по-любому. Олег, объединяй Венеру, убийство и кражу общака.
Тетёха ты моя, хватит таскать. Мне тут два дня загорать осталось. Без плюшек обойдусь. У тебя ж там день за год. Ну, как ты столько времени и без вкусненького? Завтра перо принесу. Вадик, ты цел? Трассология обуви у тоннеля, у калитки Визиря полностью совпадает с обувью на Костровой. Значит, наша догадка подтвердилась. Стоп. Давай туда не пойдем. Закрой меня. То ты к нему бегаешь, то от него. Мама тоже знает? Нет, я и сам не знаю. Так, догадываюсь. Почему ты так боишься, что про твоего Мельника узнает? Я боюсь, что он про меня узнает. Он художник, а я баба-мент. Зачем ему такая? Ну вот, приехали. Работаю на своей стыдице. Ты на Ваньку посмотри. Для него это особый козырь для девицы. Ты тоже сравнил Ванька. Ванька мужик. А женщина, которая вечно на работе и винтит всяких там жуликов, нариков, кому такая нужна? Почему это? Минимум двоих твоя профессия устраивает. Да, я даже знаю кого. Тебя и Павлика. А еще Федю и Диму. Угу. А, ну понятно. Лиманские парни тебя уже теперь не устраивают, так? Ой, с лиманскими парнями я уже обожглась. С одним. Пап, мне хватило. Малыш, эта ночь была вулкан. Это как плавать по лаве. Ваня, давай-ка про твою Венеру поговорим. О, я не могу о ней говорить. Это личное. Ухлин! Телефон сюда. Давай. Рассказывай мне про статую. Что там за терки вокруг нее? Кто такие Василенко с Протасовым? Есть. Петр Василенко. 55 лет, стоматолог, владелец частной клиники. Выкупил статую у города за копейки, поставил себя в огороде. Для понтов, наверное. Mm-hmm. Сергей Протасов. 30 лет, электромонтер. Спер статую Василенко, ставил себя в огороде, потому что считал, что город не имел права продавать Венеру. Скульптор не дарил ее городу официально, а просто выставил на набережной. Власти не возражали. Mm-hmm. Mm-hmm. Так. Ну, а Протасова-то какая печаль? Так он сын скульптора Альберта Протасова, который давным-давно уехал из Лиманска. А, и кто из этих двоих мог помогать Костровой? Протасов один раз уже украл статую Василенко, так? Угу. Мог ее и у нас утащить. К тому же он помоложе и покрепче. Ну, Василенко тоже не цветочек. Он зубы рвет. Mm. А Протасова их чуть не выбил, когда тот статую у него спер. Мы-то почему статую забрали? У них драка началась. Полицию вызвали. Так, у Протасова проведем обыск, ну а у Василенко проверим алиби. Мне б телефончик. О. Спасибо. Пап, может, я тебя оторву? От двух до трех с пятницы на субботу. А пораньше тебя, здрасте, оторвать нельзя? Можно. Кострова как раз убили в этот самый период. Или ты хотела спросить что-то другое? Может, я и хотела, только сейчас не вспомнить уже. Значит, с двух до трех часов ночи машина Визиря с 10 часов вечера стояла возле дома 6 на Лермонтовской. Водитель машины до утра был у своей любовницы Ирки. Получается, что труп Костровой ему подбросили машину. Кто и как? Машина-то на сигнализации. Я тебя умоляю. Знак Визиря на капоте машины лучше всякой сигнализации. Кто к нему в тачку сунется? Труп Костровой перемещали дважды, это точно. Почему ты так решил? Это видно потому, как застывали мышцы во время трупного окоченения. То есть ее убили, а потом положили куда-то. А потом до полного окоченения положили в багажник Визиря. Ну а кто у нас лучший эксперт? Кто у нас лучший сыскарь? Ну это понятно. Вопрос, кто у нас убийца? Из УВД похищена статуя Венеры.
Ну, конечно. Я так и знал, что он не успокоится. Судья-то ему ничего не светило. Я Венеру купил. Он только знает, что воровать. Петр Владленович, скажите, пожалуйста, что вы делали в пятницу вечером и далее всю ночь? Да здесь был на дежурстве. Мы же круглосуточно работаем. Женя вам подтвердит. Вы меня что, подозреваете? Смотрите здесь, пойдемте ко мне домой, ищите. Говорю вам, это Протасов. Это я понял. Скажите, сможете сейчас со мной проехать? Это не задержание. Нужно отпечатки обуви сдать и оформить подписку о невыезде. Здравствуй, Дим. Привет. Меня, что ли, ждешь? Тебя. Какая честь. Скажи, а ты прошлой ночью не с Мариной был, так? Ты как адвокат интересуешься или просто так? Лично для себя? Как адвокат. И для себя лично. Просто если следствие установит, что ты приврал ради алиби, у Марины будут огромные неприятности. Слушай, Див, не надо путать протокольное с личным. И вообще это не у меня надо спрашивать, у Марины. Кстати, сегодня вечером он обещал ко мне зайти. У вас другие кроссовки есть? Все на мне. Хотите скульптуру в шкафу найти? Мы не только скульптуру ищем. Но если ничего не брал, то и волноваться не надо. Мы на участок. Класс. В гараже порядок навели, в доме. Может, заодно огород перекопаете, а то все никак руки не доходят. Не там вы ищете, у Василенко искать надо, он украл. Мы и у него все проверим, и дом, и обувь. Сереж, это мама твоя? Да. И Венера одно лицо. Вы бы лучше в огороде копали, чем в моей семье. Ну, что это так? Я ж по-человечески с тобой. Мне теперь ясно, зачем ты забрал статую у Василенко. Не хотел, чтобы статуя с лицом твоей мамы стояла в саду у чужого мужика, да? Ну, забрал, а не украл. Память же о маме. И об отце. А при чем здесь отец? Плевать он на нас хотел. Умотал за бугор. И привет. А мать после этого моментально сгорела от рака. Очень любила его. А он? Он лепил. Тебя он тоже не любил, да? Да просто не замечал. Я же не муза. Он как свалил, я в гараже расколотил всю его лепнину. Венеру только оставил. На мать рука не поднялась. Здрасте. Здравствуйте. Добрый вечер. Здрасте. Добрый вечер. Нормальное меню. И там еще. Нет, ну ты видишь, а? Если бы я все это ел, я бы в своей литре как раз первые три места занимал. Федя, господи, что за дрянь тут у тебя? Надеюсь, ты это не ешь? Оно же по жаре все порченное. Конечно, не ем. Заходи, заходи. Мариш, проходи. Не разувайся, не разувайся. Спасибо. Присаживайся. Ну,
может, чайку попьем? Мне же нужно тут полчаса пробыть, не меньше, а то не поверишь, что у нас с тобой роман. Да, конечно, чайку попьем. Так, Марин, ну, чем тебя угостить? Ну, во-первых, мой фирменный маковый рулет по собственному ГОСТу. Печенье а-ля Федот. Конфетки очень вкусные, обязательно попробуй. Ну и самое главное, это брусничное варенье. Собственными руками варила. Ни у кого такого не получается. Угощайся. Я боюсь спросить, чай тоже собственного сбора? Пока нет, но все еще впереди. Он еще девчонки подкармливает. Только зря они это делают. Не нужно мне. Ты тоже хорош. Козыряешь передо мной, хвост распушил. Думаешь, баба непутевая, пашет как вол. Готовить не умеет. Ну, правильно, нужен ей мужик в дом. Чтобы накормил и обогрел, да? Ну, Марин, зачем ты так? Просто интересно, какой тебе нужен. Вот эту бы тайну разгадать. Корсаков, что ли? А мне такой нужен, чтобы не показушничал. Не рассказывал другим мужикам, когда я к нему приду. Ты же ему просто подсказал, где я буду. Ну, голову надо иметь. Ну, Марин, извини, тупанул. Видел во дворе, сидит одна хорошенькая такая. Ты на нее обратил внимание? Ну, хорошо. Если тебе так будет лучше, пожалуйста. Радостин, тебе опять передачка. Пирог по ходу. От Бунаковой. Ой. Вот это она, любовь и есть. Мотаешься не весь где, а тебе вкусноты принесу. Угощайся. Мужику больше ничего не надо. Ни богатому, ни бедному. В чем-то ты прав, Радостин. Хорошая у тебя фамилия. Для КПЗ. Бунакова она тоже пошла бы. Фамилия твоя. У меня, кроме этой фамилии, плюсов никаких. Зачем ей такой муж? Угощайтесь. Свистать всех вниз. О, я боюсь спросить, у нас деревья кончились? Так, Ася, в чем дело? Она мне песок засыпала в утяжелители для тренировок. Павлику чуть ноги не вырвала. Это же тренировка! Знаменитый атлет Варсонофьев погиб именно из-за лишнего утяжеления. Кто-кто? Слезай, тебе говорят. Не. Ася! Ну-ка, быстро за мной в комнату. У меня так не получается. Я не хотела, чтобы ему ноги вырвало. А я знаю. Давай, Аська, ложится спать. А мама скоро вернется. Ты потерпи немножко, ладно? Угу. Давай, малыш. Давай. Совпало. У Василенко и Протасова один размер. Только следы у Данеля, а другой обуви. Обувь надо искать. Ищу. Ну,
Ну ты же почаще звони детям, они же скучают. Поэтому устраивают всякий шурум-бурум. Особенно Алька. Просто Бихан как турникет. Проходу не дает. Всегда рядом. Ой, ты ему так и не сказала про детей, да? Всему свое время. Аська от меня вообще ни на шаг не отходит. А я же не могу заменить ей мать, и все время на работе. Ну вот, пожалуйста, у меня опять новый труп. Вот на этой радостной ноте заканчиваем разговор, пока. Труп, тетя Марин. Труп. Трубы прорвало. В полиции. Распилили. Сначала пожар, потом потоп. Улыбаешься? Это не вы трубы распилили? Рабочая мысль. Нет, даже не думай, нет. Давай. Да, радости, ну. Огорчил ты меня. Да, пап, я поняла, в пироге. Да я уже подхожу, сейчас зайду за экспертизой. Угу, давай. Олег Олегович, здрасте. Привет. Ну что там? Что там с экспертизой? В пироге у Бунакова было снотворное. Ели все в камере, дежурный КПЗ, все уснули. Но визиря кто-то убил. Вадик, больше некому. Пирог-то ему передали. Олег Олегович, вы-то как? Ой, Марин. Как дурак. Надо было Курского вчера послушать, отпустить визиря, а теперь Света. Кража общака, убийство визиря, они как-то связаны. Эти два заказа могут быть от одного человека. На Петручи намекаешь? Да, он один остался в городе, Костя-то на нарах. Крадут общак, подставляют визиря под задержание, чтобы убить его в камере. Значит, надо искать подельника Костровой. Ну и статую. Марин, займись этим, пожалуйста. Угу. И обыск у Бунаковой проведи. Черт, его еще только не хватало. Олег Олегович, куда вы побежали, Олег Олегович? Я завалю жалобами ваше отделение. Дим, ты мне нужен. Нужен? Ты... Не мог бы мне устроить встречу с Петручо? Разговор у меня к нему есть, а где искать, не знаю. Если ты хочешь его задержать по старой привычке, то... Нет. Ладно, что-нибудь придумаем. А я напоминаю, что у меня день рождения. А я помню. Где, когда? Время и место сообщу позже. Приходи, будет весело. Кстати, можешь своего Федора взять, так уж и быть. Я с Федором не хожу. А я знаю. Ты вчера выбежала от него через полчаса. Я приду к тебе на день рождения, если ты перестанешь за мной следить. Ну, не знаю. Олег Олегович! Жду! Здравствуйте! Я не убивал. Я спал, я пирог ел вместе со всеми. Подтверди. Мог и притвориться, что ешь. Ты тоже мог. Радостен. Ты на других-то не кивай. Пирог со снотворным Бунакова тебе принесла. А в пироге еще и нож был, так? Когда все заснули, ты зарезал визиря, а потом поел пирог. Ну, для алиби. Господи, ну кто ножи сует в пирог? Это можно порезаться. Да я всех вас угощала всегда. А вы мне такое. Успокойся, Бунаков, мне надо все выяснить. Успокойся, да. А меня в тюрьму. Нет, пока речь про тюрьму не идет. Ты мне лучше вот что скажи. Ты знала, что визирь сидит в одной камере с Вадиком? Нет, не знала. Получается, сказать никому не могла. Да Вадик мухи не обидит. Он просто шалопай. Снотворного не нашли, из денег, вот, 1500. Изымайте! Это ж у меня последнее! Ты угомонишься уже, Бунаков, никто у тебя ничего не изымает, Вань, дай, на. Сейчас будем составлять протокол, что никто ничего не изъял. Пожалуйста. Слушай, Вань, узнай судьбе пирога, а? К
кто принес в отделение, когда передали в КПЗ. Большое кулинарное расследование намечается. Ну, типа того. А у тебя что? У меня искусство. Седов приказал искать статую. Слушайте, вы бы отошли подальше, а то тут машины ездят, собьют ненароком. Простите, просто увлекся. Знаете, в Лиманске очень замечательные лица. Ну да, в Лиманске у нас хорошие люди. Вот, посмотрите. А? Какой колорит. Ну это же просто кладезь. Ну-ка, ну-ка. Марина. А вы знаете Марину? Кто она такая? Кем работает? У нас лиманские людей просто знают, а не по профессии. Извините, а вы не хотели бы мне попозировать? Что? У вас очень интересное лицо. Нет, спасибо. Мне на маршрут. В следующий раз. Где Венера? Убью! Блин! Стоп, 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 стоп! Полиция, стоп! Разошлись! Что у нас тут? Проникновение? Угроза убийства? Сереж, Петр Владиленович, ну что, составляем протокол? Или я ничего не видела, вы идете домой и ждете меня там? Подожду. Венера у него. Ага, в холодильнике. Насчет убью я бы воздержалась. Даже забыла, зачем я приходила. Сереж, ты когда последний раз своего отца видел? Ну, он как уехал, так и не видел. Может, потом в Лиманск приезжал, но сюда не заходил. Зачем ему еще приезжать? Не знаю. Может, мать навещал? Кто-то ей деньги переводил на лечение, деньги большие. У него много денег? Мне неинтересно. Вспомнил, зачем приходила. Слушай, а ты в этих кроссовках на работу ходишь? В берцах. Это моя вторая и последняя обувь. Понятно. Камни тяжелые. Ладно, пойду, удачи. Спасибо. Лёшка, не затеряйся в толпе, иди сюда. Давай. А вы прекрасно бы смотрелись на этом постаменте. Я? Ну да, лучше, чем... Кто здесь был? Венера, по-моему? Да. Ее Альберт Протасов изваял. Так что, подсажу? Нет? Нет. Я не хочу быть статуей. Простите. Ну, а, кстати, милая была такая нетривиальная Венера. А куда пропала-то? Городские власти кому-то продали. Говорят, не задорого. Да вы что? Протасов-то нынче в цене. Да? Ну да, за границей соскучилась по такой тихой, вменяемой классике. Поэтому Альберт попал в струю. Ну? Я могу вас проводить? Другой раз. Странно, не думал, что наша лиманская Венера может стоить денег. Ну вот так. Разрешение мне от городской администрации на демонтаж и вывоз Венеры. Тут цена не указана. Какая цена? Она бесценна. Буквально. Мне ее отдали безвозмездно. А вы говорили, что купили ее. Вывоз и демонтаж стоит денег. Ну, символических, но денег. А тут не указан автор скульптуры. В администрации не знали автора. Забыли. А вы мне напомнили. Не сказали, что автор скульптуры Альберт Протасов. Его работа на Западе стоит очень дорого. Лихо придумано. Задаром забрать и задорого продать. Я никого не обманывал, не вводил в заблуждение. И понятия не имею, какие там цены на Западе. Я, считайте, спас произведение искусства. Его могли повредить, расколоть, что угодно. Я Венеру брал для себя. Неубедительно. Еще один вопрос. Вчера вы сдавали отпечатки кроссовок. Они у вас практически ненадежные. Да, они новые. Можно на старые взглянуть? Нет, я их выбросил. Жаль. Ну, всего доброго.
До встречи. Спасибо, что приехал. Да не за что. Ну что, слушай биографию пирога. Бунакова притащила его вчера в отделение днем, примерно в половине второго. Дежурный оставил его у себя на столе под присмотром, а вечером отнес к ПЗ, где его и съели. Уже кое-что. Теперь об искусстве. О. Протасов с Василенко подрались. Опять что ли? Тише ты, ты в доме у Сережи. У меня даже возникла мысль, но это, конечно, надо проверить. Главное другое. Оказывается, Венера может очень дорого стоить. Думаешь, ее сперли для того, чтобы продать? А еще раньше купили, чтобы продать. И если Василенко нашел покупателя, то ему не резон ждать суда. Конечно, днем он ее кантовать не будет, а ночью. А ночью мы тут подежурим по очереди. Ночью? Тише ты, ночью. Понимаешь, если Василенко продаст статую, а мы его не поймаем, то все, ниточка оборвется. Мы ни убийцу не найдем, ни общака. Так если статуя у него, зачем он пошел бить морду Протасову? Вот это хороший вопрос. Езжай к Протасову и все узнай. А то я уже замучилась сходить от одного к другому. Слушаюсь. Венеру он искал. Я когда вернулся, этот хмырь уже вовсю по дому шарился. Альбом. Нет. Я его точно сюда убрал. Нет. Вот зачем он приходил. Что за альбом? Эскизы отца. И самое главное, эскиз Венеры. Только из-за него альбом оставил. Я ж без него на суде как без рук. Почему? А как я докажу, что это моя скульптура? Что это мой отец сделал? Он же ее не регистрировал. Просто на набережную притащил и поставил вместо разломанной девушки с веслом. Ну все. Теперь урою гада. Ну тогда это будет уже совсем другой суд. Не советую. Ты лучше припомни, когда в последний раз альбом видел. Показывал Вике подруге. Фамилия Черемных, что ли? На бухте живет. Это внучка Бабылуши? Ну. Она же совсем мелкая. Ну как мелкая? Ей уже 19. И мы с ней только друзья. Да, да. А, кстати, Виталику Коблеву показывал. Мы вместе с ним раньше боксом занимались. А кому последний раз показывал? Вике или Виталику? Вики. А, кстати, вот Виталик. Он еще хотел пойти подержать меня на суд. А теперь альбома нет. Ну вот как ты тут без меня будешь? Продукты тяжелые. Я без тебя столько не ем. О, Вань. Вик, ты чё? Опять что ли конфет стырила? Ну ты вспомнила обо мне, тогда 12 лет было. Небось, о, к тебе из-за твоей самогонки. Вань, привет. Ты по какой душ-то? Мою или Викину? Здрасте, баблуш. Я к Вике. Привет. Привет. Пожалела ее тогда Орлинская. На учет не поставила. Она-то у меня хорошая выросла. В институт поступил, в Краснодар. Может, пожалеете опять? Да я ж не сделала ничего. Скажи, пожалуйста, когда ты последний раз виделась с Сергеем Протасовым? Протасов? Это кто это? У тебя жених в Краснодаре. Да я по-дружески к нему заходила. Он нам дома проводку чинил. А, это Протасов. Видела она его недавно, дней 5 назад. Правда, починил. Даже лекарства моего за свою работу не взял. О чем вы с ним беседовали? Ну, кроме проводки, конечно. А он все переживал из-за той статуи. Она ему досталась в память о маме, он рисунки этой статуи показывал. Все? А Виталика Коблева знаешь? О, Коблева-то я знаю. Еще бы. Дед у него был Васька. Ой, гнал. Никто так не гнал. Бывало, что идет к себе в лес туда, подали. И шарашит. Ну, чисто завод. Вань, может, зайдешь, накапай? Я тут про Виталия Коблева спрашивал. Да я его толком не знаю. Мы с ним виделись пару раз, мельком. Ладно. Баблуш, вы бы заканчивали уже с лекарствами своими. Вань, да я че? Вот Васька-то был. Точно. О-о-о. До свидания. До свидания, пойдем.
Здрасте, тетя Мил. Виталька ищешь? Да. Как его уж 3 дня дома не было. Это с вечера пятницы получается? Ну, вроде да. Как у Орлинской дела? Говорят, за Федора замуж выходит. Или врут? Врут. Скажите, тетя Мил, а часто вот так Коблев пропадает? То на неделю, а то на 2. Мы уж не волнуемся. Месяц 1 раз не был. Потом вернулся, веселый, с деньгами. А что он натворил-то? Ничего. Просто повидаться с ним хотел. А может, он у девушки у своей? Кстати, у него девушка есть? Нету. Когда-то была, но сбежала. А чего это она? Получше себе нашла. Чего? Говорили, она с визирем спуталась. Ого! Спасибо вам, тетя Мил. Орлинский, привет! Да-да. Позовет на свадьбу-то? Да-да, позовет. Обязательно. Малыш, у меня сейчас слежка, не могу разговаривать, боюсь спугнуть. Слышала? Это объект слежки двинулся. Все, давай, до встречи. Сменить тебя пришла. Подежурю до утра, хотя, наверное, зря. Если Кострова до визири гуляла с Кублевым, то, скорее всего, это он наш клиент, а не Василенко. Ладно, оставляй мне машину, топай к своему малышу. Вот спасибо тебе, Марина Николаевна. Я ж только сказал, что я на слежке. Если сейчас я приеду к ней, она подумает, что я ей постоянно вру. А то нет, ага. Нет. Нет, Марина Николаевна, я не вру. Я приукрашиваю. Я, может быть, первый раз вообще в жизни влюбился по-настоящему. Я, может, жениться хочу и ехать в Новосибирск к ней. Да и вообще, по поводу вранья, чья бы корова мычала. А я-то тут при чем? А художнику из Питера ты не врешь? Когда Толика на пирсе проверяли, думаешь, я не видел, как ты пряталась? Чтобы художник тебя не заметил и не узнал, что ты мент. Прости, Марин, я чего-то... Ты не подумай, я никому. Жаль. Жаль, что такой хороший, такой наблюдательный опер уедет от нас в Новосибирск. Мне будет тебя не хватать. Ладно, иди к своему малышу. Ответь, она звонит. Включи телефон. Куда это он? Не знаю. Давай за ним пешочком. Статую идет продавать. Вряд ли. Он бы тогда машину взял. Венеру идет проверять, скорее всего. Ты чего не спишь? Марину караулишь? Ну, караулю. Хочу посмотреть, с кем она гуляет. Болтают, что с Федором. А это б неплохо, он рукастый. Он же, надеюсь, ее проводит. Да с Ванькой она. С Ванькой гуляет? Не гуляет, а сидит. В засаде. Да, даже не интересно. Вон и Федор через дорогу тоже стоит. В засаде. Вот балбес. Коль, выйди к нему. Научи, как с ней надо. А это как? Хвостом за ней ходить не надо. Там статуи нет. Мы провели обыск в гараже и в доме Протасова. Ничего не обнаружили. Это не он вынес Венеру. И похоже, что не вы. Марина Николаевна, взлом оформлять будем? Делайте, что хотите. Где Венера? Вы знаете? Пока нет. Венера похожа на одну женщину. Она умерла от рака. Это же вы переводили ей большие суммы на лечение. Вы ее любили? Да, она умерла. Венера, последнее, что у меня осталось? Есть еще альбом там, эскиз Венеры. Я не знал про альбом. Ну, куда поедем? В отделение? По домам. Столько лет прошло, он все еще любит. Надо же.
Теперь она не отвечает. А ведь наверняка не спит. Девушку я потерял, Венеру профукали. Коблев ее, небось, уже давно увез. И Кострова убил. Наверняка это он стащил альбом с эскизами у Сережи. Пропадает он долго из дому, возвращается с большими деньгами. Что это значит? Контрабанда, которая ведет нас к Петручью. Кстати, лодка. Вань, я же той ночью моторку слышала. Ну, когда пожар был. Она ушла за скалу у бухты, а там дальше садовое товарищество начинается. Если найдем там Коблева, значит, он наш клиент. Из Коблевых только Виталий. У него дом. И все. Дачные участки. А, есть еще дача. Село Пелагеевка, улица Садовая, дом 38. Подходит. О! О, нашлась дача у Коблева. В Пелагеевке. Она мне даже не ответила, игнорирует СМС, не отвечает на звонки и думает, что я врал, а я реально сидел в засаде! Молодец. Ну и что ты добился? Остался без связи, а тебе еще за город ехать. За какой город? За какой? За наш. В Пелагеевку Коблева искать. Хозяева, есть кто дома? Черт, а? Вот я дурак. С днем рождения. Спасибо. Вуаля. А где остальные гости? Только ты и я. Это будет незабываемый день рождения. Ну, вообще, о такой программе нужно предупреждать заранее. С этим подарком ты не так остро будешь чувствовать свое одиночество, и тебе не придется заманивать женщин в море. Я назову ее Марина. Это он. Привет, дружок. Ваня, привет. Я тебя поздравляю. Ты место убийства нашел. Папа сделал анализ, это кровь Костровой. Угу. А толку? Опять любовная депрессия. Ты новый телефон купил? Какой смысл? О. Марин, что-то так по тебе соскучился. Ну что, может, пойдем покатаемся? Может, хватит катания уже? Ты же сама просила организовать встречу с Петручью. Вань, мы поедем покатаемся. А ты проверь, кем был по профессии дед Коблева. Я ж тебе говорил, он был самогонщиком. А я тебя умоляю, самогонщик — это не профессия. Я где-то видел, чтобы самогон в лесу гнали. У меня две темы, Петручью. Хорошо, что не Петр Петрович. Значит, неофициально. Первое. Костя сидит, визирь лежит. А Петручью отправляется в морской круиз. Ну, не совсем круиз. Но тема понятна. Общак не у меня. Где, не знаю, правда не знаю. А визирь, я его не убивал. Среди ментов купленных искать надо. Кем купленных? С визирем у нас разногласий не было. Общак мы не трогали. Вы вернули бы его Степану. Со Степаном все было договорено. Вторая тема. Виталий Коблев не брезгует, похоже, контрабандой. Он случайно не перевозил на днях груз через твоих людей? Выясни про Коблева.
Кто-то зашел в Лиманск, выщелкивает нас отсюда. Я последний. Не жалуюсь, но проблемы начались. Перевозки срываются. Маршрутки в аварии стали попадать. Пару катеров с вином для ресторана «Зиря» на погранцов вывели. Так что я уезжаю. Очень жить захотелось. Такой передел, да? Без пальбы. А ее не будет. В город серьезные люди зашли. И тихие. Кублик назначил место встречи для вывоза какой-то нелегалки. Но к водке не пришел. И никто его больше не видел. Все. Я всегда тебя уважал. Прощай. Ну что, ну Коблев Василий, 36-го года, привлекался за самогоноварение. Ухлин, ты что надо мной навис? На декольте заглядываешь? Люденька, в твое декольте можно вон с улицы заглянуть. Кем он работал? Лесником. Хорошая работа. Никто тебя не дергает, с улицы не заглядывает. Не заглядывает куда? Декольте куда? Тьфу ты. Так, посмотри, у него что в лесу? Домик был, сторожка? Вот и отчалил. Петр Петрович Петрунин. Как там морская свинка? О, прекрасно. Я назвал его маринадом. В честь тебя. Будет чем заняться на досуге. Теперь же работа поубавилась. Авторитетов не осталось вокруг. Марин, ну честное слово, Марин, ты что думаешь, я разбираю, кто там виновен, кто не виновен? Кто бандит, кто олигарх? Адвокат как врач, он не разбирает. Честно говоря, мне с маринадом гораздо проще, чем со всеми этими бандитами. Да, кстати, спасибо тебе. Тебе спасибо. Ты мне здорово помог. Марин, есть один адресок, связанный с Коблевым. Пойду. Пока я тут преступников ловлю. Мне, между прочим, любовь всей жизни порушилась. Улетела малыш в свой Новосибирск. И чего тебе в Новосибирске морозится, Вань? Там холодно. Знаешь ли, в Питере тоже не особо жарко. Вань, осторожно, без ушей останешься. Нам твоя красота еще понадобится. Так. Так, вперед. Полиция, дама! Не надо, это не я, Наташку! Ну, здравствуй. Ну, Василенко в демонтаж ее не просто так. Ну, это же ясно. Ну, я в интернет. А там прескурант на Протасова. Ну, этого. Альберта. Ну, у меня сразу циферки и план в голове. А вы статую к себе на склад, а мне Кострова с заказом на общак. Кто заказчик, сказала? Кто-то из ментов. Наташка на привязи у него по делу какому-то. А почему Кострова к тебе обратился? Так для меня катакомба родное место, а для нее нет. А я все о статуе. Ну, выгода же большая. Ну, а Наташка поначалу в отказ шла по статуе. А потом глаза вот такие, ну, типа в понятках. Для вас же две стороны. Одна на Василенко с Протасовым, другая на Визиря. А что, Кострова хотела подставить Визиря? Ну, так обидно же. Ну, или заказ такой. Ну, сверху. Кострова хотела кинуть заказчика? Да не мое дело. Мы статую с бабками ко мне на дачу, я на баркас. Ну, чтоб на завтра, ну, с капитаном. Домой прихожу, а там лужа крови. Ни Наташки, ни бабла. Ну, я Венеру в лодку и сюда.
Я думаю, Виталий Коблев может находиться в доме у своего деда-лесника. Вместе со статуей и, возможно, общаком. Сейчас проверять уже поздно. Я думаю, что по темноте он Венеру вряд ли куда потащит. Я думаю, надо проверить на рассвете. Возьмешь группу захвата с собой. Ну, а если там никого нет? Чего группу дергать? А если он там? Вот именно. Забыла, что с Костровой случилось? Так, все, завтра группу захвата, сбор общий в 5 утра. Все, свободно. Хорошо. Привет, Марин. Рабочий день мой закончен, я на стоянку. Куда подвезти? Может, к художнику? Ты что ему наговорил про меня? Сказал, что у тебя характер паршивый. Ты готовить не умеешь, в отличие от моих соседок. Приятного аппетита. Спасибо. Олег Олегович, меньше всего я хотел увидеть здесь вас. Коблева, как я понимаю, тут нет. Тут я. Я с самого начала знала, что в пожаре в отделении замешан кто-то из наших. Мне трудно, наверное, было догадаться. На меня сразу подумала? Почти сразу. Это же вы водили комиссию на склад незадолго до пожара с ключом. Кострова слишком хорошо знала об отделении, обо мне, где ключ лежит. А вы когда-то вели ее дело. И на обыск у визиря как-то слишком быстро кивнули. Знали, что мы там найдем. Даже вы положили тело в багажник к визирю. Когда я увидела вас после убийства визиря, такого одинокого, такого усталого, честно говоря, засомневалась. Мы просто устали после двух бессонных ночей и двух убийств. Олег Олегович. Олег Олегович, кто вам за это заплатил? Кто заказал общак? Убийство визиря? Кто? Кто выгнал Петручу из города? Кто он? Ух, Марин. Тебе эта информация уже не пригодится. Марин, ты не ранена? Да нет, Федь. Федь, давай за ним скорей. Руку! Руку дай сюда! Дурак! Все, готов. Ты-то как тут? Как, Марин? Лицо мне твое не понравилось тогда на конечной. У тебя такие глаза были, что я сразу понял, что рисковать будешь. Тем более ты не художнику пошла, а в другую сторону решил проверить. Ты же знаешь, что я всегда чувствую, когда тебе опасность угрожает. Я. Ну разве можно так подставляться, а? И опять одна. Вот уму нерастяжимо, а? А вот если бы Седов тебя убил, он бы всех собак на тебя повесил. Ну что ты, наверное, на совещании вытворила, а? Я к ней со всей душой, с группой захвата. Она сидит, Седова провоцирует. Я тогда никому не доверяла. Я не знала, на кого думать. То ли Седов, да, то ли на меня, да? Я только Ваньке верила. А Ванька в это время был с Коблевым и статуей в катакомбах. Охранял их. Ну, естественно, я пошла одна. Телефон я выключила, оставила в ОВД, ну, чтобы никто не смог отследить в случае чего. А Ванькин телефон был сломан. Слушай, а как вообще Седов додумался-то до этого? Как он вообще отследил-то Кострову? Она же от него пряталась на даче Коблева специально, чтобы не отдавать ему этот общак. У него была программа слежения в телефоне на два жучка. Да?
Один жучок он положил в сумку с общаком. Да? Когда? Ну, когда? Когда была инспекция на складе. Угу. И он тогда туда подбросил. Он же сейф открывал? Да, открывал. Последняя локация жучка из сумки в доме матери Коблева. Угу. Там он Кострову нашел, убил ее, а жучок выбросил. И он теперь дезактивирован. Ну, а второй-то жучок активирован? Да. Его Люденька нашла. Где? В телефоне у Ваньки. У Ваньки? Да. Он, оказывается, как-то брал телефон и туда подсунул жучок. А Ванька после этого телефон разбил нам на счастье. Точно. Поэтому Седов и не знал о нашем первом визите в сторожку Коблева. Шучара. Дальше. Короче, Седов забрал общак и убрал визиря. Как? Ну, подожди. При помощи пирога Бунаковой, который она принесла Вадику. Это... Да. Дежурный куда-то отлучался. Mm-hmm. Седов воспользовался моментом и наполнил пирог снотворным. Шучара, ну а... Седов задержался допоздна на работе. Mm-hmm. Все разошлись. Mm-hmm. Он пошел в КПЗ. Там уже все спали, естественно. Mm-hmm. Открыл камеру и зарезал визиря. А, ну, а где доказательства? Улики он уничтожать не стал. Он же вел дело. Ну да. Он снотворный держал наготове, чтобы подсунуть кому-то в случае чего. То самое. Он получил деньги от заказчика и хранил их в тайнике. О, тайничок недавно сделан. Ну, это, конечно, не общак. Но сумма хорошая. Да. Ну, и кто же это придумал всю эту хитровыдуманность, а? Тот, кому не просто нужно забрать деньги у лиманских авторитетов, но и убрать их чужими руками. Да. Слушай, ну, надо сейчас сделать одно дело. Надо освободить Вадика Радостина. Он уже свои 15 суток-то я сидел и отлежал. Вадика выпустим. Да. Ладно. Седов-то. Да. О. Да. Уйду на пенсию. Уйду. Марина Николаевна, вы человек мой. Все мы люди, в этом-то и проблема. Больше к вам не вернусь. Я уже все понял. Даже Вадика дождались. А меня нет. Тебя тоже где-то дожидаются. Просто ты еще об этом не знаешь. Как вариант. Ну что, Марин, все твои догадки насчет Седова оправдались? Он явно работал на этого Робин Гуда. Почему Робин Гуда? Ну как, Костя в СИЗО, визирь, все, Петруча уехал. Он избавил весь Лиманск от этой шушеры. Радоваться надо. Я обрадуюсь, когда этот Робин Гуд окажется за решеткой. Пока он стал одним авторитетом вместо трех. Те хоть бы в лицо знали, а этот так, невидимка. А радует меня другое. То, что мы Венеру нашли аккурат к суду. Я, кстати, туда. Что, на суд пришел? На что надеешься? На то же, что и ты. Ну, вы еще подеретесь. Кстати, деретесь одинаково. И размер ноги, и походка. Советую сдать тест на ДНК. Я думаю, что вы узнаете много интересного. Она не сказала, что это мой сын. Я думал, от Альберта. Дим, проблемы? Может, помочь? Да. Слышь, черти какие-то мне колесо прокололи. Вот стою и думаю, кто мне мстит и за что? Вроде я никаких дел и не проигрывал. А может, наоборот, выиграл? Кто выиграл, так это ты. Марину спас. Теперь все знают. Ай, ничего я не выиграл, Дим. Но и не проиграл. Это точно. Спасибо. Я звоночек пока сделаю.
себя чувствую. Он как-то глупо стоял тут. Ну, правда, я даже не знаю, куда девать руки. Вот, вот, стойте. Все, молчу, молчу. Если я должна вам сказать, что... Кто я такая? Я... Ничего не говорите. Ничего. Я понял, как вас писать. Как Венеру. Да-да. Как вон тут.